Итак, снова здравствуйте. Как нам рассказывают климатологи, скоро грядет, даже уже, в общем-то, происходит глобальное потепление. Температуры на планете растут, и все так вроде бы здорово, здорово и хорошо. Но, вообще, строго говоря, мы знаем, что... В процессе вот этих климатологических пертурбаций все время глобальное потепление обрушивается в итоге глобальным похолоданием ледниковым периодом. Это происходило много-много раз уже, там сотни раз подряд, и нет никаких сомнений, что будет так и впредь. Понятно, что нынешнее потепление может затянуться надолго, да, как рассказывают климатологи, может там на 5000 лет. Ну, какая разница в конце концов, 5000 лет или там 20 лет, все равно похолодание такие будет. И, как показывает практика всех предыдущих ледниковых периодов, каждый следующий вообще-то хуже предыдущего. Поэтому пора уже готовиться. А чтобы подготовиться к грядущему ледниковому периоду, можно посмотреть, как в таких ситуациях э, жили наши предки, которые э, раньше уже с этим как-то справлялись. Ну, собственно, к этому мы и переходим. Можно следующий слайд. Э, задачи, стоящие перед первобытным человеком, ну и там живущим в ледниковый период, в частности, они очень простые и укладываются в извечную формулу универсальную пища, жилище, нищие». Ну, для начала, чем питаться? Как показывает практика, опять же, наша палеоантропологическая, археологическая питаться можно, чем попало. И предки ели все. В основном они, конечно, были собирателями, ели ягоды, орехи, клубни, яйца птиц, там, каких-то раков ловили, крабов, рыбу, там, все что угодно. И свидетельств этому полным-полно. Но другое дело, что чаще всего такие вот археологические свидетельства такого питания довольно зыбкие, ну, поскольку, понятно, растительная пища, например, довольно плохо сохраняется в ископаемом состоянии, но иногда сохраняется, причем в разных сочетаниях, в разных видах. Например, известные печеные луковицы из Южной Африки, которые ну, от того, что обуглились, хорошо очень сохранились в сухом климате. Известные фитолиты зубов людей ископаемых или там остатки ДНК на зубах. Опять же, есть орудие со следами использования, когда мы по царапинкам на самом орудии видим, что его применяли для разрезания, например, каких-то фруктов с твердой кожурой или дерева, или еще чего-то такого. Вот. Ну, а если это что-то животное, то сплошь и рядом остаются раковины моллюсков, скорлупки тех же самых крабов, рыбьи кости там, и все что угодно. Вот. Ну, и если не привередничать, и как бы не слишком заморачиваться на то, что как бы съедобно, несъедобно, хочу, не хочу, буду, не буду, то все идет в вход. Мы, как вид человек, homo sapiens, абсолютно всеядны на самом деле, то есть феноменально прям таки всеядные, можем есть все в буквальном смысле. За счет чего мы распространились, ну, в Африке, да, и, в, общем, в саванне, везде, где только можно, и способна жить в том числе вот в ледниковом климате. Ну, можно следующую картиночку. Конечно, предпочтительнее, если очень холодно, питаться мясом больших животных. Ну, можно, конечно, там гладать какие-то корешки, да, но хорошо бы там ловить хотя бы для начала черепах, чему, опять же, довольно много свидетельств в ископаемом виде, ну, там, где черепахи водились. И в немалой степени поэтому большие наземные черепахи, например, Практически везде вымерли, ну, где только появлялись люди. Ну, особенно это на островах катастрофически происходило. Но черепаха, ладно, она как бы небольшая, а лучше, конечно, чтобы это был какой-нибудь большой зверь, чтобы это были какие-нибудь массовые копытные животные. Бизоны, лошади, э, там, зубры какие-нибудь, э, северные олени, обычные олени, мамонты, в конце концов, носороги. Ну, вот, единственная как, проблема, которая тут может возникнуть с наступлением следующего ледникового периода – что сейчас с этими копытными большая беда. То есть если в прошлом э, эти самые большие животные водились в немеренном количестве, их как бы всегда хватало, то теперь их как бы трудно найти. Э, сейчас почти все виды маломальских крупных животных либо краснокнижные, либо очень редкие. А людей очень много ну, вот. но с другой стороны если вдруг наступит ледниковый период то численность человечества катастрофически снизится и мы придем в баланс с копытными животными своей добычей и все снова станет хорошо ну а может быть к тому времени но ну, если это будет не скоро мы выведем снова мамонтов и тогда и мамонты нас порадуют э, своим, своими отбивными например но как это выглядит в археологическом виде на следующей картиночке э, ну вот например Слева наверху да, одни из самых древних свидетельств э, питания наших предков, кости с надрезками. Причем заметьте, что человек он обладает орудиями труда, поэтому способен не просто срезать мясо, а и разбивать кости для добывания костного мозга, ну или черепушки для добывания головного мозга. Ну, вот косточка слева, да, это разрезанная кость какой-то антилопы из Восточной Африки, а рядышком э, такое нагромождение желтых каких-то таких непонятных штуковинок, это план раскопок скелета слона, слон река так называемый, из Алдувая, который примерно миллион восемьсот тысяч лет назад был съеден, ну то есть он застрял в болоте, э, там погиб, э, на него сели хомохабилисы, поналакли туда булыжников, сделали тут же орудие и съели. И в этом случае, и во всех других похожих случаях, всегда скелеты слона, они как бы без головы. Ну, когда вот люди рядом побывали, да, то есть есть вроде бы слон, у него там тазовые кости, да, кости конечности, нижние части вот у этого конкретного слона вертикально стоят, потому что вот он в болоте застрял, бивни лежат, нижняя челюсть лежит, а от мозговой коробки нету ничего. Ну, там куча трухи, какие-нибудь там тысячи фрагментиков маленьких. Ну, потому что у слона в голове как минимум 4 килограмма мозгов. Ну, ископаемых, может, там чуть поменьше было, но в любом случае много. На даже целую толпу Хаббелеса вполне себе хватит. И, причем это, конечно, не обязательно должен быть слон. Вот более-менее по центру на черном фоне такая желтая, тоже непонятная вроде бы штука со стрелочкой. Это фотография черепа Элосматерия, убиенного огромным кирпичом. Ну, то есть это кирпич, конечно, не рукодельный, но такой валун, чоппер, которую, которые использовали жители древней Тамании. Тоже примерно миллион четыреста, там, может быть, даже миллион восемьсот тысяч лет назад. Жители древней Тамании охотились на южных слонов, ископаемых, это предки мамонтов, и вот этих самых лосматериев, гигантских носорогов, огромнейшего размера. Кто в Москве или рядом живет, сходите в палеонтологический музей, там стоит скелет. Впечатляет, и каким-то удивительным образом люди научились их загонять в какую-то там трясину, ну это все берег озера, там рядом эти грязевые вулканы, дальше там обрыв, и в принципе там зверюшкам деваться было особо некуда, их загоняли и видимо убивали, и причем здесь видимо именно такая активная охота, ну потому что представить, что прям такие толпы животных вот целенаправленно вязли, а причем других видов там практически нету, это как-то довольно странно, но... Может быть, конечно, животные сами гибли, может, люди как бы и не особо при чем. Но то, что люди там участвовали хотя бы на последних этапах, это совершенно точно. Ну и вот этот кирпич да, в голове Росматерия лучшим образом это демонстрирует. Или вот, например, бегемот из Кобифора. Чуть правее наверху картиночка, да, схемка находки костей бегемота который застрял в болоте. Ну, классическая ситуация, нелегкая работа. Но, правда, первым этого бегемота нашел лев, а не люди. И лев над бегемотом хорошо поработал, на костях там остались следы зубов. Но люди тоже нашли, и то ли лев ушел, то ли люди его прогнали. Сели и опять же съели бегемота, опять же накидали туда орудий. Вот. То есть так можно. Иногда везло в большей степени ну, вот справа наверху, Э, такое не очень что-то может быть внятное, так с первого взгляда, но на самом деле это скелет кита, э, которого в Анголе, э, в Дунга 5 выбросило морем, и людям это, наверное, очень понравилось. Там абсолютно дозировки, правда, нет, но, судя по орудиям, примерно все то же самое время, то, что там порядка двух миллионов лет назад, такой хороший, там, по 20 метров кит э, лежал на берегу, э, и люди, жившие на этом побережье, были, я думаю, безмерно счастливы, ну, подобные находки не слишком частые, ну, потому что все-таки киты не каждый день выбрасываются на берег. Ну, вот, но есть и не, не в других местах в том числе. Ну, вот, то есть э, от каких-то антилоп да, до самых монументальных животных вполне себе можно. Но здесь еще можно как-то там грешить на какое-то там собирательство. Но есть свидетельства и активной охоты. Вот справа внизу, например, скелет лани из Германии, где там два на самом деле скелета таких ланей. У одной э, наконечник воткнулся в тазовую кость, а у другой в шейный позвонок. Вот. Ну и подобные свидетельства активной охоты там и сам обнаруживаются. Допустим, в Сирии есть э, целая куча скелетов э, одногорбых верблюдов, также убитых, да, э, Страус с в крестец наконечником, осел с вотнувшимся в шею наконечником, ну и там так далее, так далее. Таких примеров массу можно приводить. А, то есть берем палку, затачиваем, ну хорошо, если приделываем туда наконечник. Ну, вот в Сирии, например, они приклеивали битумом, тоже как бы в своем роде технология, и вперед а там уже кто подвернется. То есть есть верблюды, значит, будут верблюды, есть ежи, значит, будут ежи, будет мамонт вот снизу по центру, да, ну, значит, мамонту прилетит наконечник. Ну, вот, собственно, он и сохранился, воткнувшийся в кости, да, из костенок, например. Будет пещерный медведь, то, что вот по центру практически, ну, значит, ему по темечку прилетит. И вот там наконечник торчит, собственно, из темечка этого пещерного медведя. Ну, правда, бывает так, что крупная добыча заканчивается, ну, тогда могут быть соседи, не то, чтобы это рецепт был хороший, такой добрый, да, но если вы неандерталец, например, э, так тоже можно. Вот с, внизу раскладка из пещеры Гайе, э, где обнаружены кости северных оленей, лошадей и неандертальцев. И представленность костей тех других и третьих практически одинаковая. То есть в основном это мясные как бы части, ножки. Ну, собственно, практически на любой охотничьей стоянке присутствуют ножки. Вот. А с другой стороны, если присутствуют, например, позвоночники, там черепа нету ножек Ну значит это место где убивали животных а ножки уносили такие известные тоже места есть Ну вот ну и уж соседи-то найдутся всегда тут вопрос кто первый до кого доберется как бы вы до соседей или соседи до вас ну, вот но не делайте так на самом деле про это еще речь тоже будет дальше ну, вот но на крайняк Ой не-не-не можно обратно назад на крайняк так тоже как бы можно вот. Ну а, конечно, есть свидетельства и собирательства. Ну вот слева, например, э, такие камушки с ямочками. Это камни из Гешербинот яков э, в Израиле, на которых коголи орехи. Там, кстати говоря, они и слона съели, тоже там черепушку раздолбали. Там они питались э, растениями, растущими по берегам озер, всякими там кувшинками, какими-то водяными лилиями камышами там еще чем-то таким. То есть, ну, на самом деле удивительно много существует растений, которые можно есть. И если вы выйдете на берег пруда, ну, вот сейчас еще там не сильно что завяло, да, там каждое второе растение съедобное. Как-то однажды, копаясь в интернете, я нашел чудесную книжку 39 -го года издания советскую про съедобные растения и способы их приготовления. Если верить этой книжке, съедобно все, ну, кроме там белины и черного дурмана какого-нибудь, да, как бы все остальное съедобно. Там, ну, крапивы это как бы и так все знают, да, ну, там банально, там, какая-нибудь полынь, лебеда, то же самое, рогоз, камыш, там, ну, все, что хочешь. И свидетельство тому есть, вот такие камушки, на которых они кололи орехи, ну, там разные орехи на самом деле, но ну, в основном, опять же, там конкретно гешербинот яков водные растения, но не обязательно они должны быть. А иногда можно питаться просто фруктами, чем, о чем свидетельствуют вот, зубы из Алдувая, то, что вот слева изображены, и на одном из этих зубов есть дырка, проеденная кислотой. Ну, не потому что он там эксперименты ставил, химические опыты, а потому что он очень любил неспелые фрукты с кислинкой, и кислинка это и есть кислота. Если вы будете очень много потреблять в пищу каких-нибудь цитрусовых, да, там апельсинов или там ананасы, ну или просто такие не сильно спелые какие-нибудь там манго, э, фикусы там и прочее, ну здесь поскольку это Африка, там скорее фикусы это были, ну то вот можно себе такое тоже заработать, ну перестарался. Ну а вот еще ниже, допустим такие следы царапин на зубах человека из Брокен 300 тысяч лет назад, который питался, видимо, какими-то растениями с твердой кожурой, или же, как вариант, какими-то клубнями, корневищами, с землей прямо. Ну и вот такие характерные царапинки на зубах остались. А есть свидетельства добывания меда, ну или в виде воска, или в виде там, патологических нарушений на костях из-за питания не просто медом, а личинками, в том числе пчелинами. ну, вот, и еще там много-много-много чем. То есть, на самом деле есть можно все подряд. И даже в наших широтах это можно делать, на самом деле. Вот. Далеко не обязательно быть земледельцем или скотоводом, чтобы прокормиться в любой ситуации. Ну, другое дело, что тогда не, не получится поддерживать большую численность населения. Ну, так на то и ледниковый период. Дальше. Следующая проблема – это жилище. Э -э, жилище э -э, мы сейчас избалованы, э -э, живем в хороших домах, с толстыми стенами, двойными стеклами, с крышей прочной, да, да еще к тому же там, с горячим водоснабжением большинство все-таки, с канализацией, все такое. Вот. Но у древних людей э -э, и в будущем ледниковом периоде все может быть немножко как бы попроще. Но ну, чаще всего они жили просто под открытым небом, ну, потому что 90% древних людей жило в тропиках и там можно так жить. Ну, в крайнем случае там, если пойдет дождь, да, можно зайти, залезть под какой-нибудь скальный навес э, или там под дерево, под какой-нибудь куст и там спокойно переждать. Вот. Но ну, а чаще всего это просто некое открытое пространство что прекрасно демонстрируют, например, современные австралийские аборигены. Ну, современно уже не так часто все-таки, они цивилизованные уже. Вот, ну, еще там, 50 лет назад вполне себе это делали. Э -э ну, если на местности есть, например, какая-нибудь пещера, можно укрыться в ней. Ну, стереотипы о пещерном человеке никуда не девается. Другое дело, что, конечно, пещеры есть далеко не везде. И это скорее как бы экзотика. Вот. Но, как минимум, скальные навесы, какие-нибудь там э -э такие уклоны скальные, да, ну, где есть эти самые скалы. Вполне себе работают. Ну, не делайте так, если это песчаный обрыв какой-нибудь около реки, что во время дождя он может вам на голову упасть. Ну вот. А если это скальная пещера, вполне себе. Ну, правда, есть пара прецедентов, когда со свода этих пещер падали камни на голову. В Шанидаре, Шанидар первый, да, там в Кавзихе, э, еще там где-то. Но это как бы, ну, бывает, случается иногда. Да вот зато там э, хорошо. А если же в пещере как-то особо зябко дует и там на голову сыпется какая-нибудь там каменная труха, э, там, то можно поставить шалашек, навес, э, какую-нибудь там шкуру натянуть, еще что-нибудь такое, чему тоже масса примеров существует. Конечно, лучше построить какое-никакое убежище. Э, ну вот справа внизу, например, реконструкция жилища из дольных вестонец. Это самый примитивный вариант, когда они делали маленькое такое углубление, ну чисто так, чтобы для прикола, а, ставили там пару палок и делали вот такой маленький навесик и внизу очаг. То есть это все размером там буквально там полтора метра. А, и в большинстве случаев ископаемое жилище выглядит вот примерно так. То есть они не заморачивались. В лучшем случае это какой-нибудь там ветряной заслон ветровой, а, чтобы не дуло просто. А, ну, что каждый археолог тоже где-то там рано или поздно сверш... с... устраивал на раскопках, когда там ветер донимает. Вот бывает еще что и что-то более основательное, ну, самый такой стандартный вариант что-то в духе чума, да, как справа на реконструкции. Но если прямо сильно заморочиться, можно соорудить себе такое полноценное жилище, например, из костей мамонта вот. слева внизу такие известные из разных мест: из Юдинова, Межеречья, Мезина, там еще где-то там в Липской области, и там Варианской области и в других местах, но э, это уже надо очень сильно постараться. Подобные, кстати говоря, жилища из костей, ну, правда, обычно не мамонта, а китовьих, строили в вполне историческое время эскимосы, например, или там алиуты какие-нибудь на островах. Э, ну, потому что, когда нету дерева, ну, а в ледниковый период дерева нет, естественно, ну, или там маленькие совсем, да, из них там ничего особо не построишь, зато есть огромные кости, ну, собственно, почему бы не строить из костей? И более того, даже современные люди иногда это делают. Ну, известная, допустим, такая есть история, прецедент, когда один э, фермер в Северной Америке, ну, уже там в 19 веке, построил себе дом из костей динозавров. То есть, э, ну, как-то с другими материалами, видимо, у него была напряженка, а костей динозавров было дофига. Он построил себе, и потом прям таки местонахождение, так и называется, «костяная хижина». Палеонтологи когда это нашли, ну немножко так офигели, выкупили у нее эту хижину и потом долго ее разбирали, как бы вот раскопки. Ну откуда то их там со соседней горы там натаскал? Ну так что можно даже и так. Другое дело, что чем более монументальное жилище, тем дольше вы будете устроить и тем обиднее вам будет его покидать. Ну а поскольку еды все-таки в ледниковый период не так уж много, то есть она как бы есть, да, ее в принципе хватает, но желательно бы за ней все-таки мотаться взад-вперед, потому что на месте она не сидит. И вот это большое стационарное жилище становится обузой, строго говоря. То есть в нем долго ты не продержишься. Кстати, на удивление, вот эти большие жилища там, и на Украине, и в Брянске и в Липской области они, как правило, с очень бедным культурным слоем то есть само сооружение это грандиозное, да, там десятки мамонтов на это задействованы, а культурный слой бедненький довольно-таки, и это довольно странно, то есть не очень понятно, как бы оно так вообще, как бы, ну, зачем оно вообще сооружалось. Поэтому некоторые археологи считают, что это, в общем-то, и не жилище, не жилые комплексы, а какие-то ритуальные центры, да, потому что культурного слоя это почти нету, и такое впечатление, что вот они как бы построили и ушли и практически не использовали по назначению. Вот, ну с этим как вопрос, но аналоги этнографически, повторяюсь, есть в принципе. И, может быть, такие сооружения могли использоваться как зимники, например. То есть, когда есть лето, ну хоть ледниковый период, но лето там тоже есть, э, можно жить день в чуме спокойно, да, и кочевать, э, сколько влезет. А когда зима, э, там насолили какой-нибудь там рыбы, ну или там заморозили еще лучше а, оленины, там еще что-нибудь такое, да, складировали это дело. Ну, в снегу просто тупо закопали, там, чтобы собаки не выкопали. И э, можно жить на одном месте, в принципе, месяцами, э, ждать рассвета, э, ну, в этом как бы кожиме, там, или как он будет называться, не так важно уже, в зимнике, э, и хорошо. Ну, другое дело, что когда несколько человек, ну, обычно там десяток человек, два десятка человек живут в замкнутом пространстве, ну, диаметром даже если, там, 9 метров, допустим, да, а там 20 человек живут. Э, ну, жилищ может быть и несколько, но в любом случае там компания такая плотненькая, э, то немножко там получается как бы культурного слоя это может быть и немного, но без культурного слоя достаточно. Ну, тем более, когда на улице ледниковый период, то и по всяким необходимым надобностям тоже там не особо куда далеко убежишь. Ну, вот, поэтому все делается там же, в общем-то. И поэтому все этнографы, ну, или просто путешественники, описывавшие такие жилища, зимники, у эскимосов, индейцев, венков, там еще кого-то такого, ну, всяких северных народов, все в один голос заявляли, что это, конечно, жесть, что там дико воняет, что туда нормальный европеец, да, цивилизованный, старается вообще не соваться, ну, вот все эти шкуры преют, тоже, ну, это шкуры диких животных, там, не идеально выработанные, как бы выделанные, и жизнь там так себе. Прямо скажем, ну можно, ну, то есть, опять же, если это ледниковый период, то чё, какие варианты -то особо есть? А, Придется так, ну, правда, если наступит апокалипсис, и наша цивилизация рухнет, наступит ледниковый период, у нас останутся какие-то руины а, современных сооружений, да, ну, аля пещеры. Бетонное, бетонная, но это уже все-таки травы заслон хорошие, тоже можно будет в них жить. Вот. Но это не мобильно. Хотя мы столько всего понастроили, что можно от одной руины до другой бродить на всю жизнь, конечно, и не устать. Вот. Но иногда и своими руками полезно что-нибудь сделать. Дальше. Как это выглядит в археологическом состоянии. На следующей картиночке сейчас. Вот примерно так и выглядит. Самое древнее жилище слева, например, это хижина изолдувая которая выглядит как каменное кольцо, внутри которого концентрация находок большая, а снаружи гораздо меньше. Правда, некоторые археологи сомневаются, что это в реальности жилище, и придумывают всякие разные варианты, как такое могло в принципе сформироваться. Ну, что, например, это термитник, вокруг которого какой-нибудь там силевой поток навалил камней, да, и термитник как бы исчез, ну, а такое кольцо сформировалось. Или баба -ба -баб который стоял на пути там лавового потока, да, или там еще какого-то, и опять же куски лавы как бы вокруг скопились, сам бабаб сгорел благополучно, а, ну или там сгнил, как вариант, но э, внутри этого кольца есть орудие, и как-то странно, если бы термиты притащили к себе в термитник чопперы, да, алдувайские, или там в бабаб это как-то внутрь попало, и сравнение с жилищами более поздними показывает, что Ровно такие же сооружения, ровно так же выглядят ну, этнографические, каких-то там бушменов, например. То есть, когда современные бушмены живут, да, строят какой-нибудь домик, ну такая вот хижина получается, а потом уходят, через там, несколько лет следы остаются вот примерно такие же. А, так что если а, мы такое находим с древностью, там, 2000 лет назад, 5000 лет назад, никто не сомневается, что это жилище. Почему мы должны сомневаться, что миллион восемьсот тысяч лет назад хабелесы были на это способны? Даже какие-нибудь шимпанзе и те вьют гнезда. Ну, такие не то, чтобы прямо какое-то суперсооружение было, но способны на это. Ну, а люди и подавно. А для времен всяких там хомоэректусов у нас жились практически неизвестная. Потом есть немножечко что-то подобное из времен Хома гидельбергенцев, но тоже довольно смутное. Ну вот, у неандертальцев пара образцов, а в полной версии, конечно, появляются уже у кроманьонцев. Ну и здесь вот несколько таких примеров. Справа внизу план и, опять же, такая боковая проекция жилища из Дольних Вестойниц, то, что там вот на реконструкции было, да, вот так оно выглядит археологически. То есть по центру очаг, вокруг нагромождение всяких культурных остатков, да, и опять же кольцо камней жилище из костей мамонта, они тоже бывают разные, ну вот или такое сложное, всякими там заборчиками, с водами, э, какими то там очажными приспособлениями, расписными черепами мамонта внутри, там и всем таким прочим, с всякими вставленными друг друга нижними челюстями, как справа наверху, или что попроще, ну вот, по центру внизу, например, да, где тоже сооружение принципиально такое же, но намного меньше костей, и, видимо, они придавливали какие-то шкуры, которые были навешаны на прутья деревянные. Ну, потому что даже в ледниковый период, ну, хоть какую-то древесину все-таки для опорных столбиков найти можно. Кстати, от столбиков э, сохраняются вполне себе э, ямки, заполненные углем. И в костенках четвертых, то, что слева внизу, э, чудеснейшее раскопанное э, жилище, ну, даже, видимо, не одно, ну, вернее, два там точно есть, как бы, да, там одно севернее, южнее, это вот одно из двух, вот, а в пределах него может быть как бы три на самом-то деле. То есть то ли это одно с двумя дополнительными комнатками, то ли это наложившиеся друг на друга следы двух как бы уровней. Вот это длинное такое розовое пятно, это длинный дом, с расположенными по центру очагами. И тут можно даже, в общем-то, вполне себе посчитать, сколько там жило человек. Ну, то есть, если на каждый очаг прикинуть там трех, допустим, человек, ну или пятерых, ну, можно прикинуть там примерно там 30 человек, получается, в этом домике. И судя по костям животных, которые там обнаружены, это, скорее всего, летнее жилище. Оно просто вот плотно устлано костями зайцев, например, ну, конкретно в костенках. Ну, не только зайцев а два вот круглых жилища с одним очагом по центру, это с большой вероятностью зимники. Там тоже кости животных, но там другой состав фауны, и, скорее всего, это то, что было заселено зимой. И замечательно, что вот эти жители костенок четвертых, они, с одной стороны, в основном жили за счет зайцев, ну, это вроде как так не очень пафосно, а с другой стороны, вот это конкретное жилище, рекордсмен по количеству костей пещерного льва во всем палеолите. Причем здесь кости пещерного льва никакие не какие-нибудь, а именно как бы лапки когти в основном и черепа а причем лежащие вот, вот это жилище которое зимник по центру да вот внизу это там около очага три черепа этих львов лежали ну еще и плюс лапки а когда где-то рядом с очагом лежит черепушка и ножки то это однозначно конечно же шкурка то есть это были такие охотники на зайцев любившие иногда забодать пещерного льва и положить его шкуру у камина. Это 20 тысяч лет назад, на всякий случай. Ну, то есть, это очень крутые чуваки были. Ну, не то, чтобы жизнь в ледниковом периоде обязательно к этому обязывает, но, иногда так тоже можно. Но, так что, жилище можно построить своими руками. Не каждому оно понравится, конечно, да, но даже простого навеса там из двух палок и шкуры какого-нибудь зверя э, вполне достаточно. Ну, а повторяюсь, если дело идет, если речь идет про тропики, про какие-то более-менее теплые места, там можно жить вообще без всякого жилища. Просто лечь на землю и спать. Э, ну, или там на камень, на траву, на песок. Ну, в лучшем случае, там выкопать ямку какую-нибудь, чтобы уютнее было. Э, ну, и чем меньше жилищ, тем меньше блох, как известно. Тоже по-своему это как бы очевидно. Дальше. На следующем уровне. Ага. значится развлечение. Ну, как бы, типа, как бы, винище. То есть, вот эта формула счастья, да, которую я уже озвучивал, подразумевает, что человек все-таки такое существо, которому иногда надо как-то развлекаться. И просто вот пожрать, поспать, это как-то скучно. Вот, хочется иногда как-то еще вот чем-то себя занять. Человек э, слишком э, такой умный, у него слишком большие сложные мозги, э, чтобы он мог просто ну, деградировать. Так тоже можно, всякие там хоббиты, да, там появляются тогда. Вот, но это как-то убого. И на уровне где-то как минимум Гидлергейнсисов, ну а уж дальше-то и подавно, э, мы вышли на такой уровень, когда стали способны себя как-то развлекать. Причем это делали не только наши непосредственные предки, но и ближайшие родственники. Например, неандертальцы. Вот слева внизу, да, реконструкция неандертальца а, с когтями а, хищной птицы на груди. Ну, там в разных версиях они в ископаемом виде найдены. Либо это когти орланов белохвостов, либо беркутов, либо там еще каких-то таких. А, и весь утыканный перьями, измазаны охрой. А, потому что у нас есть, опять же, археологические свидетельства этого. Кости птиц с надрезками, причем чем больше ищут, тем больше таких находят. И вот недавно нашлись с датировками там под 400 тысяч лет. Причем это птицы всякие с красивыми перьями, типа там лебеди, грифы, какие-нибудь там галки блестящие, красивые. И вот эти самые когти хищных птиц с надрезками на основании. И что прикольно со следами охры. При том, что это не красились эти когти, да, а, видимо, сам неандерталец был покрашен и когти шаркались об него, и вот эту краску на себя там получили. Вот, так что, э -э, ну, это каждому доступно. Вот, ну, вот, буквально только недавно я тут катался лекции читать э, в Крым, и вот на пляже нашел вот такую вот ракушечку, не знаю, насколько классно видно, но вот, ну, вот э, нашел, естественно, продырявленную с двумя дырочками, э, прямо как специально, э, то есть достаточно туда продеть веревочку, и уже будет подвесочка, вот так тоже можно. Вот, ну, когтей птиц у меня как бы нет таких, вот в доступе э, сами птицы есть, вот, но у них когти как бы к ним приделаны, ну, вот, поэтому как бы, я из них не делаю. А -а -а, так как бы можно себя украсить, а если уж речь заходит о каком-то более продвинутом, ну, то бишь, там уже по полной программе. Там и резьба по кости, и наскальная живы, и музыка, там все что угодно. И так, конечно, народ развлекался как-то довольно своеобразно, мягко говоря. Вот, например, в местонахождении Нгандонг, на Яве примерно 300 тысяч лет назад, ну там около 100 тысяч лет назад там по разным как бы этим датировкам, ну последняя датировка там 100 с чем-то была, да, там 110. Они вот развлекались тем, что складывали черепа на берегу. Вот, ну может быть вешали их на какие-то палочки, как вот реконструировал из денег бурян на картинке справа. Ну, по крайней мере, когда у нас есть раскопки, в которых тысячи костей, там 26 тысяч костей животных, и при этом есть только черепные коробки, ну, плюс там две большие берцовые кости. Ой-ой-ой-ой. Так, все в порядке. Что-то у меня... Так, в порядке. А что-то у меня это дернулось. Ну, ладно. Стало быть, когда у нас есть тысячи костей животных и только черепные коробки, людей, и ни одного зуба этих самых людей, да, и ни одной челюсти, а челюсти зубами – это основная вещь, которая сохраняется на самом деле, то это как-то подозрительно. То есть, видимо, эти черепа там оказались не просто так. Вот. Ну, а поскольку это как бы ну, не еда, да, иначе бы они были раздолбаны, ну, как вот в ГАЕ, например, уже помянутом, то, значит, это как бы развлечение. Ну, череп на палочке, известное развлечение. Вот, так что не то, чтобы, опять же, так надо было делать. Это не то, чтобы пример для подражания. Но когда ледниковый период, в общем, интернет кончился, да, там, телевизор тоже кончился, кинозалы позакрывали, то хоть так, хоть череп на палочке. Но это вот в виде реконструкции. А в археологическом состоянии это выглядит следующим образом сейчас появится на слайде на следующем. М -м -м. Ага, ну вот так, например. Можно, например, найти какую-нибудь экзотическую прикольную фигнюшечку. Как вот слева, например, морские губки, ископаемые из местонахождения Сент-Ашель во Франции, ну, которая дала, между прочим, название ашельской культуре. Но там найдено какое-то очень чрезмерно большое количество ископаемых губок с дырочками причем вроде как не очень подходящий как бы для этого палеонтологических условиях. Что наводит на мысль, что это пятикантропы, по сути, да, ну или там какие-то ранние это дело собирали, коллекционировали, и, может быть, делали из этого бусики. Ну, это немножко сомнительно как бы, но в других случаях это гораздо более достоверно. Как вот слева наверху, например, пресловутая раковина из тренили, где пятикантроп по кулим зубом нацарапал зигзаг такой красивый. Или э, неандертальские вот эти подвески, скрапины э, из когтей вот того самого Орлана Белохвоста. Ну, там было на, на картиночке, да, такая реконстру, реконструкция. А здесь оригинал. Вот это выглядит таким вот образом. Э, ну, а уж сапиенсы, конечно, э, отличались по полной программе. То есть, они научились уже э, и рисовать, как вот в Альтамире, например, да, и делать всякие статуэтки, и даже какое-то абстрактное искусство, как вот из Гримальди, например, и подвесочки там из ракушек, то, что я только что перед вами вертел тут, и из зубов, и там еще угодно еще. Даже бижутерия иногда была, когда какие-то вещи, например, делались наподобие чего-то, да, но из другого материала. Например, в Сен-Жермен-Ля-Ривьер есть э, как бы зуб северного оленя, но сделанный из мыльного камня. Э, и э, в другой там пещере во Франции есть вроде бы раковина Каури, э, но сделанная из бивня мамонта. Ну, вот такое тоже можно было делать. Причем э, некоторые из этих вещей явно очень ценились на самом деле. Э, люди как бы их э, как-то обменивали, видимо, перемещали. И по перемещениям там, янтарных вещей, да, и там из красивых камней, из кварца, из каких-то экзотических зубов, э, видно довольно далекие миграции, иногда даже на сотни километров. Ну, вот, внизу, например, э, ожерелье из зубов благородного оленя, как раз найденное в Сен-Жермен-ля-Ривьер. Ну, вот, почти по центру, вот, под э, этой, такой з -з -з хитрой загогульной на синем фоне, да, внизу ожерелье. И там есть вот это вот ожерелье, и есть еще какой-то передник на скелете женщины, то и другое сделано из клыков благородного оленя. Но у благородных оленей клыки бывают очень редко, то есть надо было очень сильно постараться, чтобы такую коллекцию собрать. И судя по состоянию зубов, это все происходило не в один присест, как бы, а довольно долгое время. А во-вторых, конкретно в этом месте северные олени в тот момент не водились. Они жили на 250 километров южнее, в Пиренеях. И, то есть кто-то должен был мотаться на это расстояние или выменивать у соседей но ну, в любом случае мотаться э, и добывать что-то другое Да чтобы обменять в любом случае А в итоге это оказалось вот погребение женщины Ну что красиво э, Ну и заб не забывали конечно и про себя и про детишек э, уже начиная с людей гитлербергских начали например делать игрушки вот э, по центру внизу э, каменная рубила с древностью примерно в полмиллиона лет но, как видите, по сантиметровой линейке очень маленькая. То есть оно шириной там, сантиметров 5, да, длиной там, 7 сантиметров и весит там, 17 грамм. Ну, то есть это совсем крошечная рубильца, э, которая, если бы оно было там, мезолитическим допустим, орудием, могло бы быть еще там, наконечником стрелы, например. Но ну, он даже для наконечника дротика не очень годится. Но, тем не менее, оно сделано так как рубило. И оно такое одно на стоянке то есть эти там дротики стрелы и они не бывают по одной штуке, да если уже есть то их много вот здесь одна штучка среди обычных нормальных рубил обычно нормальные рубилы большие это говорит о том что скорее всего это просто игрушка и такие примеры есть и в других местах ну это вот одно из как бы да другие примеры тоже бывают когда вот детишки играют чем-то похожим на взрослые штучки но не взрослыми штучками и правее этого рубила тоже вот такие фигнюшечки там маленький такой выпрямитель копий, маленькая такой то ли лощила, то ли что-то такое, э, из Астуриц, по-моему, или там откуда-то еще из Франции, э, тоже орудие, повторяющие орудие взрослых людей, но очень маленького размера, то есть совсем крошечными. То есть либо это э, моделирование, да, ну, в любом случае, тогда развлечение, ну, как люди там собирают себе какие-нибудь э, самолетики, там, проходики, да, игрушечные, еще что-нибудь такое. Либо именно, что детская игрушка. А этнография показывает, что детишки обычно играют тем же, что и взрослые, только маленького размера. Да, в принципе, современные все детишки то же самое. Ну, может быть, что-то более изощренное. Вот справа уже все, наверное, давно залипают на такую игрушку-вертушку, когда берется диск из, скажем, бивни мамонта, ну, там, неважно, из чего там, из какой кости, и с одной стороны нацарапывается одно изображение, а с другой стороны немножко другое со смещением. И в центре дырочка, туда продереваем веревочку, если ее завинтить как бы и дергать туда-сюда, то эта штучка начинает вертеться, и изображение двигается. Э -э, ну, вот в данном случае серна, да, дрыгает ножками, э -э, поджимает, отжимает. Э -э, и вот это серна, это такой еще как бы мирный вариант, ну вот, а -э можно сделать и ужастик. Есть находка в одной пещере во французской, ну, это мадленская культура, примерно 15 тысяч лет назад, или там чуть поменьше, где на одной, картине, на одной стороне изображен э, человечек, и к нему вот, тянется такая медвежья лапа. Ну, видимо, там был весь медведь, но половина этого диска отломалась, и ее как бы не нашли. Ну, вот, а на обратной стороне э, тоже человечек, но уже кверх ногами и немножко такой покоцанный поцарапанный и тоже знаешь медвежья лапа ну и видимо опять же медведь был вот то есть это такой как бы трэш э, ужастик времен верхнего палеолита так тоже можно ну и в конце концов э, всегда может найтись какой-нибудь профессиональный э, шоумен ну как вот справа на картиночке например да ну или как я сейчас э, в такой роли выступаю э, человек э, с языком с бубном вероятно там э, в какой-нибудь прикольной одежде да, что-то такое умеющее забавное делать фокусы показывать жонглировать рассказывать про древних людей про то как выжить в ледниковый период э, там, спеть песенку рассказать стишок э, не знаю, там, пройтись колесом э, понятно что для этого э, тоже нужно какой-то некий уровень интеллекта как бы в целом по популяции но как минимум у сапиенсов то есть и в ближайшее время скорее всего утеряна способность не будет но так что можно начинать в режиме шамана какого-нибудь, да, там с бубном, продолжать видя виде там какого-нибудь комедийного шоу, там стендапа, да, ну и заканчивать уже научными конференциями, э, всякими там докладами на присуждение Нобелевской премии, там еще чем-нибудь таким, вот, ну или там кино, важнее же из искусства, как известно, ну в ледниковый период с кино это вот только то, что справа внизу, вот. но ну, тоже можно тем не менее. Так что и с развлечениями, и в ледниковом периоде настоящем все было в порядке, и у нас будет тоже, конечно, а, совершенно неплохо. Дальше, на следующей картиночке. А, дальше. А, есть некоторые проблемы, такие чисто утилитарные, то есть ну, вот, практичные. То есть если речь идет о ледниковом периоде, то понятно, что одна из проблем – это добывание огня. Как согреваться? Сейчас у нас с этим все хорошо, да, у нас прочные стены, опять же там двойные окна и все такое, батареи где-то есть, э, ну или еще что-нибудь такое. Но в древности было с этим попроще, и в будущем тоже, наверное, будет попроще. Сейчас мы топимся в основном углем и газом, ну, немножко нефтью, э, ну и уж совсем немножко там какими-то ветряками там еще чем-то таким, там, э, но это все, конечно, ерунда. Там, атомные станции, конечно, есть, это все закончится. Ну, атомные станции, может, чуть, -чуть подольше там продержатся. А углеводороды халявные, конечно, кончаются. Ну, кроме дров, которые заново могут вырасти. А пока накопится новый уголь, газ и нефть, ну, человечество просто тупо вымрет. То есть за там, сотни миллионов лет то, что накопилось, мы спалили за 100 лет фактически. Ну, там, за 200 пусть. И в следующие еще там пару тысяч лет остатки будут сожжены 100%. Ну, даже, скорее всего, намного быстрее. Там, по некоторым оценкам, лет 300 еще как бы там остается у нас, да, причем понятно, что где-то месторождения они, в общем-то, будут и впредь, но где-то в недоступных местах, на дне океана, в Антаркти, Антарктике, Антарктике где-нибудь, да, там в каких-то совсем неприятных местах, где-нибудь там за ну, где стоимость добычи этих углеводородов гораздо больше, чем, собственно, сами эти углеводороды стоят. Поэтому полезно добывать тепло каким-то кустарным способом. А предки это умели. Ну, сам, у самых древних надобностей в этом особо не было, потому что они жили в тропиках, и у них ведь все было и так хорошо. Они жили в тепле. А вот с того момента, как стали расселяться куда-то из Африки, да, в принципе, уже и в самой Африке, с некоторого момента стали сжигать огонь. Древнейшие свидетельства использования огня восходят ко времени примерно миллион 600 тысяч лет назад. Ну и потом, там, миллион четыреста тысяч лет назад, миллион лет назад, в самых разных местах, в Мелко-контуре, в Кобе Фора, в Вандерверке, в Африке все, ну и уже за пределами Африки, там, в Пиро Норд и там всяких разных местах, в том же там Гешер Яков в Израиле. Но показательно, что вот с этих самых миллиона 600 тысяч лет назад до примерно четырехсот тысяч лет назад – Свидетельства использования огня крайне немногочисленные и не всегда очень достоверны. И всегда есть сомнения, а может быть, это лесной пожар, ну или там не лесной, а степной там какой-нибудь пожар, да, там молния стукнула в баба опять же, он там сгорел, а нам кажется, что это очаг. Ну, вот. Понятно, что археологи пускаются на всяческие ухищрения, чтобы правду найти. И проводят, например, сейчас на сделать анализ почвы на предмет длительности горения и температуры горения. Ну и замеряют, да, там берет дерево, какой-нибудь пень здоровый, да, поджигается и смотрят, что получится в итоге. Ну, вот или если мы будем подкидывать дровишки э -э и оказывается, что вот много таких ископаемых очагов, они, видимо, рукотворные. Ну, уж тем более, когда они выложены камушками, когда это все в ямке в какой-нибудь такой характерной или как в андерверке, например, в глубокой части пещеры где и гореть, в общем-то, нечему, да, там растения не растут по определению, там темно, летучих мышей там не жило, чтобы там гуана какая-нибудь накопилась, и молния туда попасть не может, то есть, ну, с какого бы перепуга, оно там само загорелось. А, то есть, в природе, ну, 99 процентов, как бы, да, самовозгорания, это удар молнии, так или иначе. А в пещеру молния не, не, за, не заползет, там, в скольких-то метрах от входа. И, а, значит, люди жгли, а пепел есть. Но... Методично огонь стали зажигать со времени примерно 400, а то и 350 тысяч лет назад. И вот с этого момента люди хорошо освоили использование огня и уже понеслось. То есть с этого момента стали его использовать постоянно. Понятно, что первыми способами, скорее всего, было зажигание огня от естественного пожара, да, как вот здесь картиночки, там, и буряны, и еще кого-то, ну, когда там стукнула опять же молния, что-то где-то загорелось, ну, и побежали, как бы запалили ветку, ну, нормально, как бы стали использовать. Погасло, ну, как бы ладно, погасло, и ждем еще тысячу лет, когда следующий молния ударит. Ну, вот, а вот как минимум там 400 или там 350 тысяч лет назад научились зажигать, и с этого момента в самых разных местах, там, в пещере Кизем, в Табуне, в Араго, там еще где-то появляются слои с пеплом. То есть до этого момента там, прослойки, где, ну иногда там какие-то угольки отдельные бывают, да, но в принципе как бы следов постоянного использования огня нет. А после этого этапа массовое использование огня в больших количествах. И как бы уже нормально можно жечь. А, причем, как только сама по себе идея эта появилась, тут же возникла масса способов зажигания огня. Вот на следующей картиночке там есть археологические примеры, разные способы этого самого зажигания. Ну, вот здесь как раз внизу, например, это слои вандерверки, и там в квадратиках такие белые пятнышки, это зала в этих пещерных отложениях, да. Наверху это из мелкоконтури, из гамбори, очаги ископаемые. По центру такая цветная фотография, это очаг из терроматы, ну, вот пониже это факелы из можжевельника или сосновые по-моему, сосновые из пещеры, не, ну и справа еще парочка ламп, э, в которых как бы вот э, топился жир, там плавал фитилек и все это дело освещалось. Ну и есть масса э, способов, как это все можно зажечь на самом деле. Э, слева я, да, как раз это дело делаю. Правда, я делал это один раз в жизни и даже мозоли себе натер с непривычки. Вот. Но главное понять принцип и дальше все становится легко и непринужденно, на самом деле. Даже я, делавший это единственный первый раз в жизни, за где-то там минуту полторы огонь вполне себе зажег. Вот. Тут как я, ну, посмотрев как бы на профессионалов, да, понял, что главное правильно двигать, давить на эту палочку там сверху вниз и быстро ее перехватывать. То есть вот это самое сложное, когда перехватываешь. Но, как опять же показывает такая этнографическая практика, ну и выживальческая практика. Добыть огонь можно очень большим количеством способов. Конечно, вот такое выжигание палочкой, наверное, самое эффективное и простое, и такое самое незамысловатое. Но есть масса других способов. Трением коры ну, такой огневой, этот, огневой плуг, это называется, когда берется кусок коры и по нему другим куском, куском коры вот так вот вводится. Куском каких-нибудь там, не знаю, древесных или там животных волокон, ну, там шерсти, там мха, еще чего-то, да, когда просто тоже какой-нибудь доской на одну доску кладем, комочек из мха, допустим, да, и да, еще там всяких волокон, травы, чего-то, а другой доской сверху вот так вот возим можно так зажечь, на удивление. Ну, как бы народ показывает, что так можно. Вот. Трением просто каких-то больших кусков деревяшки друг от друга, ну, довольно произвольно. И там высеканием искр камнем. Ну, это самый, наверное, такой сложный способ вообще-то, потому что искры там обычно очень низкотемпературные. И это реально сложно сделать. Но можно, народ зажигает. И всего есть порядка там 20 как минимум способов. Я не так давно даже видел в магазине книжку целую вот такой вот, толщины про способы даже выжигания, зажигания огня своими вот такими подсобными способами. Там что-то их там больше сотни, по-моему, даже было этих способов. Вот, ну, там большинство, оно так или иначе повторяется, конечно, вариация на тему, но как бы изобилие великое. И в настоящее время на планете нету Обществ, которые бы не знали несколько способов зажигания огня. В этом смысле наше такое западное вестернизированное современное общество самое в этом смысле примитивное. То есть мы знаем, как можно зажечь огонь, нажав, например, кнопочку там, на газовой плите, да, или там, покрутив какую-нибудь рукоятку, или черкнув спичками, зажигалкой, э, еще чем-то таким, да, там, специальными этими поджигалками, такими, с искоркой. Э, но это деградация, строго говоря, потому что это уже зависимость от технологии. А еще там, поколение назад, фактически, да, там, во времена э, там, начала, ну, первой половины, скажем, даже 20 века, народ зажигал все тем же кресалом, э, огнивом, да, то есть там железяк, кремешок, шмяк-шмяк, как бы вылетает искра, попадает на э, этот мох какой-то сушеный, и все прекрасно загорается. Ну, вот, ну там сказки все эти там, про солдаты и огнива, там, они как бы, неспроста существуют. Еще во время Второй мировой войны Великой Отечественной, солдаты так вполне успешно зажигали. Вот. И, да и сейчас есть специалист который умеет это делать. Да. Но другое дело, что сейчас это умение в значительной степени утеряно, потому что нафиг никому не нужно. Потому что и так есть зажигалки, спички, да, и зачем заморачиваться. Вот. Но поскольку эта технология не так уж прямо сложна, если гидробергеницы 400 тысяч лет назад это умели делать, то уж современный человек как-нибудь освоит. Мозгов у нас все-таки на 50 грамм больше. Э -э, так что, когда наступит ледниковый период, и спички отсыреют, то э -э, мы без огня не останемся. Ну, самые способные, по крайней мере. Ну, пусть мозоль натрем, ну, зажгем. Ну, правда, вот эти хадзы, у которых я всем этим занимался, э -э, говорили, что э -э, когда... Как бы наступает влажный период, то бывают проблемы с зажиганием огня, ну, когда все отсыревает, ну, вот Но у них-то влажный период, бывает, там, две недели в году, вот, так что, в принципе, нормально. А у нас немножко будет сложнее. Но наши предки тоже тысячи лет жили, да, его влажности, в чем угодно, и как-то зажигали вполне себе. Ну, вот, ну и тем более есть способы переноски огня, опять же. Так что с этим не проблема. Ну, вот. Ну, а уж чего жечь всегда найдется. То есть уголь, нефть, конечно, там все сгорят, а трава, как минимум, какие нибудь там веточки и так далее, они всегда найдутся. Если уж совсем все плохо и вся растительность сожжена, предки сплошь и рядом топили звериными костями. Ну, берете свежие кости мамонта, шерстистого носорога, бизона, какие-нибудь такие, да, там жиром пропитанные, складываете их кучкой и жгете. Там китовые кости прекрасно горят. Э ну, кажется, что кость, как она может гореть, может, если она свежая, очень даже успешно. Э и в том же Зарайске, например, в Подмосковье, там огромные рвы забиты этим углем э от этих э мамонтовых костей, там просто килограммами они лежат на, на там, квадратных метрах, ну, то есть там все так прям немерено в большом количестве. Ну, это вот то, что я лично как бы участвовал в раскопках, ну, вот, а таких, понятно, намного больше. Дальше. Следующая тема. Ага. Значит, производство орудий. Э, ну, сейчас с орудиями труда у нас все печально, конечно. Большинство людей не используют никакие, в общем-то, орудия труда, э, потому что ну, и не умеет, и не хочет, и потребности не испытывает. Вот. Есть, конечно, люди как бы нормальные, которые умеют использовать орудия труда, но очень мало, надо сказать, кто их изготавливает то есть есть целая такая отрасль, отрасль производства станкостроения, да, но надо сказать, что сейчас на планете не так много мест, где умеют делать орудия труда. И умение какой-нибудь там кузнеца, ну, вообще довольно-таки вымирающее. То есть умельцы есть, как бы, да, но их немного. В древности же каждый умел это делать. Причем самым, самыми разными способами и в самых разных вариантах. Ну, самый такой простой вариант орудия и универсальнейший совершенно – это копье, которое было наверняка изобретено на самой заре человеческой деятельности. Может, уже какие-нибудь там с палками в руках бегали, ну, вот. ну а хабельс, так и подавно. И причем мы настолько давно этим занимаемся, что у нас даже анатомия к этому приспособлена. Наш плечевой сустав, в отличие от плечевого сустава обезьян, имеет некоторую такую характерную асимметрию, предназначенную для вот этих передних-задних движений. То бишь метание, как раз бросание этого самого копья. Ему очень здорово это делаем. Ну, и в конце концов эти копии известны в археологическом состоянии, в самых разных местах: в Лерингене, в Шинингене в Клектоне, в Коломбо Фолс в Южной Африке, ну и там всяких других. Ну, чаще всего в виде фрагментов, конечно, но и целых тоже. То есть, идея сама проста: как бы, да? берем палку, затачиваем конец, ну, если очень хочется, если, там стоит заморачиваться, можно обжечь это дело на огне, но далеко не всегда это тоже делалось. И, и там, если уж совсем заморочиться, то можно туда приделать какой-нибудь наконечник. или в какую-нибудь там борозду ее там вклеить, да, или там битумом приклеить, как в ум эльтлели например, в Сирии. Они там в горах добывали битум, смолу. Ну, это Сирия, как бы, да, там нефти полно. И, ну, это такой, как бы, этот гудрон какой-то, по сути, да, черный. И вот они там, эти остроконечники, это мустье еще такое хорошее, приклеивали на орудие. Ну, и не обязательно должны быть, конечно, наконечники копий, какие-нибудь очепы для обработки шкур, чтобы мездрить шкуры или там, резать их. Тоже, как бы, можно приклеивать, привязывать веревочками, там еще как-то. И такие орудия очень просты, изготовление много времени не требует, и при этом чрезвычайно эффективны. Ну, если возвращаться к копьям, да, то с такой заостренной палкой человек становится непобедим. В тот момент, когда люди взяли в руки острую палку, мы стали царями горы и вершинами эволюции. И с тех пор количество костей человеческих со следами зубов хищников резко сокращается. А количество костей животных с дырками резко увеличивается и человеческих костей с дырками тоже некоторое количество появляется. Вот, потому что любое животное, оно воспринимает ну, что-то, часть другого животного, да, как объект для кусания, или там, бодания, легания. Вот. А у человека это неживая часть. И можно, ну, если на вас нападает какой-нибудь леопард или медведь, да, в зубы ему совать палку, а другой палкой его в бок тыкать. И он будет хватать палку. Ну, еще даже собаки, да, и то на это покупаются уж. на ну, что умные они, вроде как, с людьми давно живут. И то можно, в принципе, обмануть. Ну, если она там хитро обученная собака. Ну, вот, а уж дикие-то звери подавно. И против, как я уже сказал, человека с палкой все становятся абсолютно бессильны. Ну, можно заморочиться, приделать вот там наконечники какие-нибудь, да, и что-то еще более хитрое сделать. А, другой вариант это просто какой-нибудь чоппер или там ручное рубило, которое держится просто в руке здоровый какой-нибудь камень, каменюка, которым можно пришибить кого-нибудь. Ну, вот. Ну, тут разные степени как бы есть творчество. Самый примитивный это чоппер, да, там дальше ручные рубила кливеры, которые тоже в руке держатся. Ну, и чуть более продвинутый вариант, это уже составные орудия, когда вот там смолой что-нибудь приклеивается э, на палке, э, с рукоятками уже что-то такое делается, ножики, ну и уж совсем вершина, это вкладышевые орудия, где много маленьких элементиков каменных, кремневых, как правило, ну, иногда обсидиановых, вкладывается в щели на деревянной рукояти, и получается такое вкладышевое орудие. И уж совсем высокий уровень – это изготовление дистантных орудий. Ну, опять же, первым это копье, получается, которое можно бросать, да, а дальше уже появляется проща и известные находки шариков, например, да, которые могут быть или для метания прощей, или как элементы балласов. Ну, вот в Лекине, например, там чуть, чуть не 100 штук, что ли, найдено. Таких шариков. Ну, такие вот прям шарики, идеально практически круглые, ну, сфер сферические. И как бы не очевидно, зачем и как они такие использовались. Но тем не менее, как бы явно неандертальцы их собирали в больших количествах Ну скорее всего для каких-то практичных целей и на них нету следов как бы разбивания ими чего-то да там ударов вот поэтому есть версия что это балласы, Ну, когда вы веревками все это обмазываете обвязываете э метаете мечете оно заматывается вокруг ножек чьих-нибудь, да, и привет. Ну, вот, ну делали ли так неандертальцы, честно говоря, это есть сомнения некоторые, ну, а можно просто так кинуть этот камень, человек очень метко кидает камни. Ну, уж со всей вершиной становятся луки. когда там стетевой, да, со стрелами, это уже все, там, человек непобедим. Но, понятно, что орудия бывают не только охотничьи, есть и такие гораздо более мирные, ну, вот я уже упоминал, скребла, например, для мездрения шкур или лосилы какие-нибудь. Ну, для всего того же, это костяные уже, да, чтобы вот эту мездру, это э, слой там, мяса, жира, каких-то волокон с внутренней стороны шкуры. Если их быстро не убрать, то шкура дубеет, корежится, э, ну, заскорузлая становится, да, таким коробом потом стоит, ничего из ней уже не сделаешь, пользы от нее никакой. Ну вот, а если ее хорошенько размять и потом еще долго ее там усолить, а иногда это делали даже своими зубами, ну, опять же, из этнографии это известно, и по стертости зубов на древних черепах, то шкурка становится мягенькой, замечательной, и можно сделать у ну, нее там хоть замшу, хоть там что угодно. Но другое дело, что вот эти э, шкурные как бы вещи, они быстро приходят в негодность. И как опять же показывает практика, чтобы с этим как бы дело иметь, надо этим заниматься безостановочно. Но куда деваться. Ну, а на поздних этапах в верхнем полиолите появляются еще и иголки, прям сушкам там все как надо. И там уже можно шить, например, что-нибудь. Ну, вот на следующей картиночке как это выглядит в археологическом состоянии. Сейчас появится. Ага. Ну, вот здесь э, такой краткий экскурс э, в творчество древних предков. Э, слева наверху это самые примитивные орудия. Чоппер, например, да, ну, такой довольно бесформенный булыжник. Но ну, а потом появляются ручные рубилы. Ну, это тоже самые древние вот, ручные рубилы из конца, например. Потом кливеры, это вот справа наверху, такие более квадратные. Потом уже составные орудия внизу, вот из Компетелла, например, Ачеп в куске смолы из Италии. Э, всякие тоже составные орудия, но хитро сделанные, допустим, из Катанды, э, гарпуны костяные, где нибудь там самов в каких-то промышленных масштабах добывали. Э, ну, такие там самые добрые такие, хорошие, там чуть не по три метра. Э, ну, может, не по три, конечно, но там по метру, по два там были. Э, чаще всего, конечно, попроще, Например, для самой такой рядовой работы есть палка-копалка. Ну, вот слева изображение, как это делают современные хадзе, например, в Африке. Ну, где палка, она просто правда палка. Но надо сказать, что даже и эту палку простую все-таки немножко подтесывают на конце, чтобы ей копать, собственно. А известные в ископаемом состоянии, ну вот практически по центру кадра, да, тут как раз такая палка, копалка в ископаемом виде обнаруженная. А, иногда что-то делали более изощренное, а, Например, вот чуть правее на черном фоне такая длинная штуковина да, с дырками внутри, это, видимо, приспособление для витья веревок. Ну, там 4 отверстия, как видите, и проводились эксперименты, когда делалась современно аналогичная такая штуковина. да Если мы в эти дырки пропихиваем пучки травы, а там по периферии есть такие да, спиральные насечки. Вот, запихиваем туда пучки травы и это вот так вот крутим. Ну, а с двух сторон, значит, два здоровых мужика это держит, э, Оно закручивается и получается такая вот э, из травы веревка, ну, из камыша какого-нибудь, да, что там длинные листья были, которую порвать практически нереально вообще никак. Э, ну, а если это веревочки, допустим, маленькие, ну, ниточки сделанные тоже там из травы, из волос, из жил каких-нибудь, эти можно шить. Ну вот там же, где палка-копалка, иголка с ушком, например. Вот верхний полялит такие ну, вот Справа э, копье, например. Ну, и, так бумеранг, еще там один э, вот копье это из Шенингена, это 300 тысяч лет назад, да. Э, ну и всякие подобные штуковины, это вот такое как бы оружие, если хочется это копье не просто рукой бросать, а как-то эффективно это сделать, можно применить копьеметалку, например. Ну, вот справа такая красивая капиметалка, но ну, это ее реконструкция, а еще и украсить заодно, чтобы красиво было. Какой ну, в данном случае глухарем, например. И в крючок вставляется копье, да, и бросается, и бросок становится мощнее, точнее, и дальше, а, что приятно. А, ну, как показывает опять же практика, ну, я лично никогда так не кидал, да, но ну, вот кто это делает. Ну, в принципе, там за недельку можно наловчиться так, ну, если тренироваться хорошо, как бы усердно что вполне начинаешь попадать с большого расстояния, там метров за 60, швыряешь копье, ну, если со зрением еще все в порядке, как бы, да, и с руками, ну, вот, ну, и с головой вообще в целом, то попадаешь куда надо и прошибаешь э, все, что хочешь. Ну, а чтобы лучше получалось, можно приделать наконечники, вот как справа внизу, допустим, это салютрейский наконечник. Ну, а более защищенно можно микролитические сделать вкладыши, как вот на глубеньком фоне по центру внизу из Южной Африки. Ну, а чтобы уж все было, да, можно эти черешковые наконечники, как вот из по центру практически слайда, ну, там такой здоровые наконечники, они такие с ладонь фактически размером, ну, тоже как бы классно на каких-нибудь там диких ослов, допустим, если вы охотитесь. Ну, а чтобы уж было все вообще наверняка, можно сделать это все отравленным. Вот строго по центру и как бы чуть левее центра. Такая непонятная бесформенная штука. Это на самом деле кусок воска с соком молочая, обвязанный веревкой, ну и с яйцом еще, кстати, заодно перемешанный. То есть такая получается масса органическая, жутко ядовитая за счет этого воска молочайного, э, в смысле сока молочайного. Э, и можно с собой это дело носить. Ну, туда же прилагается еще такая специальная палочка-аппликатор, которую мы это намазываем на наконечник. Ну и, собственно, наконечник тоже изображен. Если у кого сильно хорошее зрение, можете приглядеться и увидеть там такие наискосок царапинки, бороздочки, которая сделано специально, чтобы там застревал этот самый яд. Вот. Ну, бывает яд такой прям густой, черный какой-нибудь, да, что его так можно густо намазать. И чрезвычайно эффективный. Вот. Причем яд этот исполняется как бы, ну, изготавливается в течение там, пары часов от силы. Ну, обычно гораздо быстрее. Я лично наблюдал, как это делают хадзе. Ну, где-то за час они сварганили, ну, как бы вот от просто как бы растущего растения живого, да, до уже такой вот этой ядовитой лепешки, жутко ядовитой, часик и все у вас готово вот. а потом этот яд практически вечный, как бы можем пользоваться сколько влезет э -э и тогда все становится вообще легко и непринужденно там уже не обязательно делать какие-то огромные вот эти там отверстия наконечники черешковые, да, когда сильно заморачиваться можно сделать маленькую такую вот тыкаешь кого-то и привет а как рассказывают специалисты, бывают такие яды что там слон помирает в течение там, нескольких минут от этого яда, ну, это, конечно, тоже надо уметь, вот, но, причем это даже не так зависит от местности, где вы живете, э -э, например, какие-нибудь айны, э -э, ну, и там не только айны, да, делали это вполне себе на северах, э -э, из, э -э, э -э, какой-нибудь гнилой рыбы, из лютиков, из, там, белины той же самой, дурмана, там, еще чего-то такого, то есть, э -э, в принципе, всегда можно найти, из чего сделать яд. Ну вот, ну там эти алюты какие-то делали, что-то такое ядовитое. то есть, ну вообще как бы разные всякие персонажи. Ну в тропиках понятно с этим побогаче выбор как бы что сделать, да. Ну и у нас, ну банально, он лютик идете собираете и делаете яд. Ну вот вполне можно. Вот, так что э, орудие великая вещь, как оружие, так и бытовые всякие вещи. Но в основе палки и камни. А этого добра хватает. Ну, правда, как опять же показывает практика, большинство людей по этому поводу жаловались где-то поближе к месторождениям кремня и обсидиана и старались далеко сильно от них не уходить. Ну, а совсем идеально, чтобы рядом еще и вода была. Ну, часто как раз обрывы, они где-то рядом с водой, так что это нормально. Ну, вот, и как бы прекрасно. Дальше можно там, годами сидеть на этом месте, ну, там, отходя в стороны. А если, э, допустим, это месторождение как-то истощилось, и с этим стало все беднее. Можно обмениваться с соседями. Можно хорошие, допустим, варианты обсидиана. Ну, вот в Армении, говорят, какой-то там фантастически хороший обсидиан, да, обменивать на что-то другое. На каких-нибудь там мясо-косуль, бобровые шкурки, ну и всякие прочие полезные как бы надобности. Дальше. На следующем уровне. На следующем слайдике. Одежда. Ну, фактически, это тоже как бы по разряду э, проходит орудие в какой-то степени, да, но и, тем не менее, одежда. Э, в самом простом варианте, конечно, можно жить без одежды вообще. Как вот слева наверху, например, да, если вы живете в тропиках э, на каком-нибудь чудесном острове, ну, это вот конкретная реконструкция, как раз человека из Нгандонга, где они эти черепа на палочках выставляли, э, там, скорее всего они не одевались вообще, и в некоторых частях планеты, и сейчас также люди вполне себе живут. Ну, вот. ну, то есть, даже когда немножко бывает прохладно, например, в высокогорьях Новой Гвинеи, там бывает там, близко к нулю как бы, температура, да, и даже европейцы, даже вот наши как бы, русские люди, там немножко подмерзают как бы, по ночам особенно. Но если вы живете там всю жизнь, то нормально, можно как бы, ходить голышом. Есть замечательные совершенно кадры, допустим, про австралийских аборигенов, где эти самые австралийские аборигены э, ложатся на ночь в ямку в песке спать, да, а утром просыпаются покрытые инеем. То есть просто вот они как бы такие немножко обледеневают, ну, потому что там температура ниже нуля таки опускается, и спокойно как бы там лежать. Да, но утром как-то так расправляются и как бы приходят в чувство и идут дальше. Вот, ну если, допустим, вас совсем залило дождем, можно сплести накидку из камыша, да, как вот там рядом реконструкция, и такие делаются и сейчас, ну, правда, из какого-нибудь камыша вы, конечно, задолбаетесь это плести, там, ну, денек, наверное, придется потратить, ну, если там по полностью, как бы по полной программе, да, от добывания камыша до итоговой накидки, ну, зато она служит довольно долго, не так, что она прямо одноразовая, и сделаете, потом ходите, ну, еще там в начале 20 века в Японии народ в таких ходил, да, и сейчас день там на той же Новой Венеи, в Юго-Восточной Азии, народ подобное использует вполне себе. Вот. Но если, конечно, вы живете именно в ледниковом периоде где-то на севере, ну, а мы на севере, то надо заморочиться чуть больше. Вот. Хорошо бы сделать одежду из шкур, например. Такие делали уже, как минимум, неандертальцы, а скорее всего, в общем-то, и гидлибергенцы, по крайней мере, следы использования шкур есть со времени порядка 300 тысяч лет назад, а некоторые орудия, которые с большой вероятностью использовались для обработки шкур, восходят ко временам там, близко к миллиону лет назад. Но там трудно сказать, что им было надо вообще на самом деле. Но 300 тысяч лет назад вот в Шенненгене, где копья, например, деревянные найдены, там обнаружены кости лошадей, но там нету кончиков ног, нету хвостов. А это крайне подозрительно. А, то есть это, видимо, как раз скелеты как бы съеденных лошадей, в которых сняли шкуру и шкуру унесли. Ну и мясо тоже там уносили, да, там некоторых частей ног вот таких именно мясных. А что не надо было, там всякие позвонки, ребра, там челюсти, они все это бросали тут же, ну, поскольку с большой вероятностью охотились вообще на самом деле на льду озера, то все это потом благополучно падало на дно и там, собственно, до сих пор лежит. А, и... Или в пещере Лазаре там... Uh, угол пещеры они отгородили шкурами, шкуры эти сгнили и дали такую хорошую прослойку органики, а в этой прослойке органики есть кости uh, животных, ну, маленьких всяких, типа там песцов, но именно лапки, опять же, то есть когда у нас много-много-много лапок, ничего другого, это крайне подозрительно, ну и такие дальше есть uh, и на неандертальских стоянках иногда, хотя у них как раз реже это, и у сапиенсов такого полным-полно ну, в костенках те же самые, да, там, в Авдееве и но где еще, именно находятся челюсти, лапки и хвостики. Вот, а это как бы добыча шкур. Вот. Э, ну, вот, как я уже сказал, где-то с 300 тысяч лет назад, видимо, они уже умели это делать. Э, и э, по большому счету, ну, как минимум к верхнему поляриту, ко временам, допустим, человека из Сунгиря, да, 36 тысяч лет назад, они достигли в этом такого совершенства, что дальше технологии практически уже не менялись. Ну, по крайней мере, одежда людей из Сунгиря, она уже фактически современная. И с большой вероятностью они при этом еще использовали разные виды меха уже как украшения. Ну, потому что современные жители Сверов это точно делают, да, в разных видах. Ну, и вот эти древние скелеты найденные, ну, они часто покрыты какими-то бусиками, да, там, характерно расположенными, где вот это какие-то, видимо, элементы одежды, украшения, ну, понятно, что там бусы из бивня мамонта, зубов песцов, оленей, как бы это сохраняется, а разные типы меха нет, вот, но как бы места, где крепились эти разные виды меха, они, в принципе, узнаваемы и определимы. Ну, так что это тоже как бы делалось. Ну, и в шкуры, понятно, тоже можно по-разному заматываться. Можно тупо как бы накинуть на плечи. Но такого почти никто никогда не использовал. Ну, кроме там огнеземельцев каких-нибудь, да, или уж совсем диких австралийских аборигенов. Когда, да, они иногда вот действительно просто накидывали шкуру на плечи. Там не связывая ее даже, там никак вообще не сшивая. Но это самый простой вариант. И обычно это бывает там, где и так тепло. Где нужно скорее как бы от ветра закрываться, или там даже от жары, да, нежели как бы для тепла. А, а если это как бы нормальные северные условия, там, конечно, уже шили. И уже у неандертальцев есть лощила опять же, для обработки шкур. И из генетики в шеи мы знаем, что уже в неандертальские времена разошлись те линии шеи, которые теперь живут на теле человека и на одежде человека. То есть, если возникли отдельные плотяные вши примерно 100 тысяч лет назад, ну, там цифра гуляет, на самом деле, это генетика, там точно нельзя определить. Но, тем не менее, где-то в это время, когда сапиенсы сидели все еще в Африке, ну, или, по крайней мере, на Ближнем Востоке, и надобности в одежде не испытывали никакой. Вот, значит, одежда уже была, и, значит, она была у неандертальцев. И, значит, когда наши предки из Африки вышли, они с неандертальцами очень плотно пообщались и взяли у них и одежду, ну, как бы принцип изготовления. И заодно еще и шеи прихватили. Ну, потому что шеи до сих пор живут, а неандертальцев больше нет. Ну, вот на следующей картиночке, опять же, как это выглядит в археологическом состоянии. Сейчас она появится. Ну, вот слева наверху как раз те самые костяные лощева, например, для обработки шкур. Ну, это еще неандертальские времена. А все остальные примеры, это уже кроманьонские. Ну, вот пресловутые погребения в Сунгире. Мальчика, девочка и взрослый мужчина где вся одежда была расшита как раз бусами из бивня Мамонта, засыпана охрой, складки там все это заполнило и прекрасно, как бы все это видно. Одежда ребенка из Мадлена справа, э, снизу слева. Это погребение в Гримальде, где шапочка была из ракушек. Да? Вот еще правее там тоже череп, и рука э, подростка из Арени Кандиди, где тоже шапочка из ракушек. И э, около кисти есть такой ряд, э, опять же, ракушечек. Это, видимо, рукав, край рукава. Ну, вот. ну и, наконец, есть на статуэтках то, что вот, э, по центру внизу. Э, две статуэтки из Мальты. Ну и в Бурите еще такие есть, где э, статуэтки людей, откровенно, одетые в капюшон. Ну что, собственно, и по находкам в сунгере прекрасно как бы видно. Ну, вот. Так что э, это вот практически такие идеальные примеры одежды и как я уже сказал ко времени порядка там 30-36 там может даже 40 тысяч лет назад технологии уткнулись в потолок то есть дальше уже ничего не надо одежда у сунгерцев как минимум да ну и всех вот этих других товарищей она практически такая же как одежда современных северных народов а современная вот эта северная одежда северных народов она практически идеальная и полярники иногда ее предпочитают, даже там какой-то профессиональный. Ну, сейчас, конечно, есть какие-то супер-мега-крутые там полярные одежды, которые легче, в общем, да, и не такие громоздкие. Ну, вот, эти а тепло сохраняют, в общем, не хуже, но ну, из каких-то там космических материалов. Но это уж совсем, если заморачиваться. А так какой-нибудь там унты, да, какая-нибудь камлейка, там еще что-нибудь такое, там, капюшон меховой, там, рукавицы двойные, там, еще что-нибудь такое. Это вот самое идеальное. И уже ничего больше не надо, там, оделся в эту парку какую-нибудь меховую и живешь припеваючи. Ну, вот. э, причем для разных целей бывает немножко разное. То есть, например, можно там, водонепроницаемую из каких-нибудь там тюленей кишок, да, или там из птичьей кожи, э, или там из перьев, э, или там еще что-нибудь такое. Ну, то есть, опять же, в разных версиях, может быть. Э, так что без одежды мы не останемся. Было бы из кого шить? Ну, останутся какие-нибудь там собаки, кошки, крысы кролики, из них можно будет всегда сделать клевую новую одежду. Дальше. Сейчас сменится кадрик. Ага. Значит, безопасность. Тоже такая важная, важный момент жизни, важный аспект. но ну, потому что Наши предки в ледниковом периоде, понятное дело, жили иногда довольно напряженно. И вот эта самая опасность могла исходить из самых разных источников. Ну, чаще всего, конечно, от природы. Ну, или от как бы корявости самих людей, да? или от всяких опасных существ. Ну, вот здесь у меня как бы такой перевес в сторону почему-то львов и носорогов. Ну, видимо, потому что современные художники любят такое изображать. Ну, там один кабанчик еще попался. Ну, вообще понятно, много кто мог как бы забодать всякие там буйволы, бизоны, даже лошадь может лягнуть очень так нехило, да, там медведи, там кто угодно еще. Э -э, вариантов хватает. Но тут как, опять же, большое копье прочное, друг какой-нибудь верный. Ну, а если вы живете в ледниковом периоде, вас немного, и вы будете верные А если кто-то будет неверно он быстро кончится. Вот. И некий жизненный опыт. Ну, хорошая реакция, как бы, да, твердая рука, как известно. И безопасность вам гарантирована. Как я уже говорил, с тех пор, как люди взяли в руки орудия, чопперы и палки, периодически эксцессы случались. И да, есть находки погрызенных людей, там, поврежденных, с переломными ребрами, там, с вывихнутыми ногами и так далее. Но это как бы иногда бывают эксцессы. Да, случается. Фигня бывает. Но, скорее всего, все, все у вас будет хорошо. И если вы вооружены, то вы в безопасности. Даже сейчас, если вы, например, шаритесь по каким-нибудь там крымским или там, не знаю, кавказским горам, то желательно иметь в руке палку побольше, ну, потому что вдруг какие-нибудь там пастушьи собаки, допустим, вас найдут, они овец спасут. Ну, в вот, общем, пастуха может рядом и не быть там за несколько километров. А собаки, они охраняют овец, и вас видят угрозу, и могут вас порвать вообще, как бы довольно основательно. Вот, а если у вас в руках палка побольше, прочная, то, может быть, как бы все будет хорошо. Ну, то, вот, что и собаки понимают уже все хорошо, и всегда их можно по голове как бы приходовать. Ну, вот, ну, с носорогом, конечно, сложнее. Почему, собственно, целых три картинки про это? Но ну, вот, ну, это носорог, сейчас их, в общем, особо нет. Ну, и сам факт, что все крупные животные, будь то там львы, носороги, там леопарды, кто угодно, медведи, да, они все краснокнижные и все на грани исчезновения, показывает, что проблему безопасности наши предки еще на уровне где-то хомоэректусов как минимум решили. Ну, вот на следующей картиночке как раз такие палеопатологические примеры. Ну, слева, например, череп женщины из Таншаня в Китае, или Нанкина, что то же самое, где череп с огромным таким мощным повреждением на весь свод. Вот здесь как раз, может быть, постарались носороги те самые, поскольку это место, пещера, стоянка охотников на носорогов, причем там именно детеныши носорогов. А к детенышу носорога обычно прилагается мама носорожиха. И вот это огромное скальпирование на весь свод э, может быть как раз результат такого, такой деятельности. Может быть, и по-другому э, получить можно по-разному. Вот, например, по центру наверху на черном фоне такие три кусочка соединенные. Да, с характерными такими ямочками, дырочками. Это череп неандертальца искового негра. А вот эти вот отмеченные вот эти дырочки, они идеально совпадают по размерам форме и расстоянию, э, к, ну, подходят, к клыкам либо льва, либо медведя. Ну, кто-то из них, и, что характерно, и тот, и другой хватаются за голову, как раз за теми, за шею. Ну, вот. а, ну, иногда можно просто, конечно, покалечиться как-то неудачно. Ну, вот, по центру, допустим, сломанная локтевая кость а, из неандертали, да, слева сломанная стопа из скула, это скул четвертый, по центру, такая, в зеленоватом таком оттенке, это стопа шенидарца, например, а наверху его же рука э, с, э, ампутированная, правая по локоть, да, левая целая. А совсем справа это левая уже ампутированная рука неандерталки из лякины, э, у которой нету кисти. Вот, ну там сломанные ребра вот там внизу, да, с плохим заживлением. Ну иногда бывают опасности всякие специфические, как например по центру на черном фоне, ну, такая вот дуга непонятная, это на самом деле рентген черепной коробки человека из Синги с невероятно утолщенным губчатым слоем из-за, видимо, малярии. То есть, ну, поскольку это Судан, то человек болел малярией, из-за этого губчатый слой разрастался, чтобы было больше красного костного мозга и, соответственно, производство, производство эритроцитов. Сейчас у нас, конечно, для этого есть всякие решения, ну, хина, да, там всякие препараты и все такое прочее – Тогда с этим было попроще, и просто как бы выживали самые прочные. Ну, кто был самый прочный, даже обрел серповидно-клеточную анемию. Вот. Ну, иногда бывало, что да, не везло. Ну, вот как с человеком мужского негра, да, или справа. Схемка расположения костей в Лебешоне в Швейцарии, где скелет человека найден под скелетом медведя, ну, медведицы, здоровенной. А у медведицы в третьем шейном позвонке наконечник застрявший. И вот это такое бывает, да, что пришел в пещеру, да, там уже медведица сидит, ну, скорее всего сам же туда я загнал, потому что там пещера маленькая, совсем туда лезть было особо незачем Видимо, он туда полез как бы с дуру, ну и медведица как бы решила проблему по-своему, ну вот, получила копьем в шею и там они и остались. Но медицинские проблемы, как правило, они не решали вообще никак судя вот увидите, да, по этим находкам, э, следов заживления как бы хватает. А, ну, то есть это говорит, кроме прочего, о том, что помогали справиться с проблемами какие-то соседи. Но хирургии, там, медицины, какие-то шин там не накладывали никаких никогда. То есть, ну, как бы заживет как-нибудь. Вот. И что характерно, иногда, правда, заживало. Э, ну, потому что есть естественный отбор. У кого это не зажило, тот умер. Вот. И, соответственно, все, кто выжили, они все очень живучие. Современный человек, конечно, эту способность немножко подрастерял. Но, естественно, отбор такая вещь, как бы у нас же проблема сейчас не вымирание, а перенаселение. Значит, потенциал у нас для этого вполне себе есть. Вот. Ну, по крайней мере, до какого-то предела. Так что с безопасностью все будет хорошо в ледниковый период. Дальше, на следующем уровне, на следующей картиночке. Транспорт. Такая специфическая может быть проблема. Мало кто, может быть, о ней задумывается, да, когда у нас есть там, машины, паровозы, пароходы, самолеты и все такое прочее. Но когда настанет ледниковый период, они а с газом кончатся, а ядерные станции все позрываются, то надо будет как-то таскать иначе вещи. Ну, потому что как бы нелегко мы были как бы обеспечены, все равно какое-то барахло у нас есть. И тогда главным транспортом становимся мы, на самом деле, да, ну, вот тут масса всяких картиночек красивых, где человек вешает на себя орудия труда, там, палки, зайцев, всякие там скарб, да, копья, детишек и волочет и вот именно так все и происходит. Ну, в принципе, и сейчас любой человек примерно то же самое делает. Понятно, что сильно много так не унесешь. Но если вся культура укладывается там, в пяток орудий, допустим, да, из которых там 2-3 это одно и то же, по большому счету. Ну, допустим, какая-нибудь там копьеметалка, место хранения всяких мелочевки и штука для зажигания огня. Это все а одна и та же деревяшка, да, ну, как у австралийских аборигенов некоторых. Нормально, как бы, можно все, как бы, поднять и нагрузить, например, на женщину. Потому что, как свидетельствовали североамериканские индейцы, э, женщина она несет больше, чем собака, но у нее грузоподъемность больше. Вот, и там, килограмм 20 без проблем можно нагрузить. Э, мужик, что характерно, обычно этим не заморочен как бы отношением тяжестей, хотя чисто физически, может быть, он мог бы и больше поднять. Э, но задача мужика другая. Он должен идти впереди с большим копьем на перевес и внимательно посмотреть по сторонам, как вот тоже на картиночке красиво показано, ну, такие очень хорошие картинки, очень профессионально нарисованные. И если вдруг кто выскочит из кустов, ну, будь то из предыдущей, да, версии, как бы, слайдика или там из следующих, то мужчина не должен быть скован всякими там тряпками, дитями, котомками какими-то, да, там орехами, еще там всякой фигней. Вот он должен быть всегда на готове. Вот, и он в любой момент должен быть готов быстро куда-то бежать, что-то быстро делать, кого-то хватать, куда-то тащить. У него руки должны быть максимально свободны. Ну, вот там копье или лук, это как бы да, там проща какая-нибудь, копьеметалка, это как бы да, это то, что надо нести. А какие-нибудь там тюки, рюкзаки и все прочее, это не, это как бы не для мужиков. Вот. Ну, э, то есть методы, большей частью, совсем простые. Как ни странно, у нас есть свидетельство такой деятельности транспортной на ну, следующей картиночке. Э, из палеолита, из самочной, из ледникового периода. Э, примеры. Ну, вот, например, э, слева внизу э, наскальная картиночка, да, где фигуры, ну очевидно, женские, с какими-то такими штучками за спиной. Ну, вот, и вот эти вот штучки за спиной, с большой вероятностью, это котомки с э, детишками. И очень многие народы до самого последнего времени, да, в принципе, и сейчас кенгурушники, да, идея все равно то же самое, э, так вот, собственно, и делали. То есть закидывается все это там, или на спину, или на бок, или на грудь. Ну, там фотография бушменки, да, с детенком. Э, тоже какая-то там шкурка, тряпка, э, что-то такое там из бересты какой-нибудь еще не сделанный, там туесок коробок, туда кладется ребенок, принайтовывается каким-нибудь там рыком осиновым там, и как бы нормально, ну, липовым уже. И, соответственно, можно таскать. Вот. А из сунгеря мы имеем чудесный пример такого надежного, надежный пример ношения тяжести, видимо, на голове, там на скелете, который с большой вероятностью скелет все-таки девочки, на втором шейном позвонке довольно мощная симметрия э, суставной фасетки верхней вот, ну там стрелочка показана да левая фасетка намного больше правая намного меньше это в возрасте примерно 10 лет и на ключице э, есть такое мощное место прикрепления э, связки из-за большой нагрузки на вот это вот место да. то есть это хроническое поднятие руки наверх, из-за чего, собственно, связка напрягала все время, и давление на голову, в общем, такое асимметричное, немножко как бы сбоку. То есть все время с такой перекошенной головой. Ну и, конечно, можно по-разному это интерпретировать, что бы это значило, да, но когда человек ходит вот так вот и на голову ему что-то давит, ну, как бы единственное, что приходит в голову, ну, может, не единственное, но основное, что приходит в голову, это тюк какой-нибудь, и что характерно, и сейчас это чуть ли там не главный способ ношения тяжестей в самых разных частях планеты. Ну, можно немножко больше заморочиться. Можно, допустим, сделать волокуши какие-нибудь, да, как вот там на фотографии этот э, веселый товарищ. Вот. Ну, совсем уж в идеальном варианте можно запрячь собак. Э, правда, самые древние свидетельства использования вот тягловых собак это уже голоценовые, допустим, с острова Жохова. Э, то, что петулька там накопал, там есть много. Всяких деталей из кости, которые, видимо, от э, такие как бы э, принадлежности устройства нарт ну, такой собачьей упряжки. Э -э, ну, можно, конечно, собачку запрячь и не только в нарты, а и волокуши, опять же, сделать какие-нибудь совсем простые, такие из двух палок, там еще что-нибудь из этой серии. Ну, вот, ну, то есть, вариантов хватает, но для полиолита у нас этих свидетельств нет. Ну, вот, а вот на самих людях, да, и на картинках, свидетельства вполне себе есть. Ну, так что без транспорта мы не останемся. С этим у нас все хорошо. Дальше. 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 Значит, одной из самых интересных и главных проблем являются на самом-то деле соседи. Потому что человек, животное коллективное, и сбивается в стайки. Так или иначе. Причем чем э, человек, он так еще устроен, что ему только повод дай, чтобы найти э, своих и чужих и разделиться на какие-то группки. Ну, это самые там простые варианты, да, когда в школе он там дети там в первый класс попадают, этого определили в класс А, эти в Б, и они уже как бы разные классы. Вот и все, они уже там соревнуются между собой, да, они там не дружат ну, между классами или там еще как-то там взаимодействуют, там, э, соревнуются там на каких-нибудь олимпиадах ну, если это школа, то разные, так это вообще как бы разные миры, или там, спортивные состязания, какие-нибудь там веселые забеги, еще что-нибудь из этой серии, да и взрослые люди тоже самое, там банально какие-нибудь очередь в магазине, да, вот здесь очередь и здесь очередь, кто быстрее, там уже вот как бы идет соревнование ну, я уж молчу там про всякий спорт, какие-нибудь футбольных фанатов там, и прочее, прочее. И люди легко и непринужденно это делают, даже когда надобности в этом нет. То есть это как бы у нас прошито. Но уж когда речь заходит о людях разного облика, с разными привычками, с разной одеждой, живущих в разных условиях, с разными орудиями, то здесь и подавно. В прошлом с этим было как-то побогаче, потому что были разные виды, ну, хотя бы, скажем, неандертальцы и кроманьонцы, да, или, э, например, какие-нибудь там хоббиты флорески или еще кто-нибудь такой. Э, ну, а даже если это в пределах одного вида, ну, там не то, что какие-нибудь там денисовцы, да, там еще кто-нибудь там страшный, а если это даже просто в пределах одного вида кроманьонцев, то все равно найдутся какие-то различия. И с соседями можно общаться сильно не одинаково, очень даже по-разному. Вот на следующей картиночке, например, э, сейчас появится можно вот общаться так, как здесь, да, по-мирному, чем-то обмениваться. Вот, а можно вот так, как здесь. Это как не надо, честно говоря, делать. Ну, вот слева наверху, например, ребро, в которое воткнулся наконечник. Ну, там самого наконечника нет, да, но дырка от него вполне зримая. Там целый ряд черепов со всякими там вмятинами разного рода. Там из Мапы, из Китая, да, из Шинидара, из Ирака, там поперек такая борозда здоровая из э, сен во Франции, с разрубом вдоль э, из э, Румынии, вот там череп с огромными дырками. Вот. Ну и там и э, Гидельбергенца, то можно было прислалутово вставить из э, э, Симодолосуэсос. И позвонок э, этого Сунгирца с наконечником, и следы каннибализма там бес, бесчисленные, в частности вот из Эльсидрона, например. Э, и э, подросток без половины лица, из арене Кандиди, у ну, которого, может быть, конечно, и медведь задрал, а может быть, и не медведь, э -э воткнувшиеся наконечники в тазовые кости в сан и Кенневике, и уж совсем там ужасный трэш э -э в виде раздавленного черепа и там, связанных скелетов э -э из Восточной Африки, из Кении. Э -э то есть э -э вот так как бы тоже бывает, ну вот, и регулярно бывало. То есть самый простой способ решения проблем с соседями это оказаться первым э, в засаде, а как бы не оказаться на той тропе, вдоль которой растут густые кусты. Но вот здесь как раз останки скорее неудачников э, мы видим. Ну, потому что скелеты удачников ну, либо их, скорее всего, не будет, потому что рано или поздно они также закончат, либо будут, но совершенно просто целенькие, такие, красивенькие. Так что тут, как бы, варианты, конечно, возможны, но чаще вот оно как-то так выглядит. Это такой плохой пример для подражания. Не делайте так в домашних условиях подручными средствами. Вот. Для этого у нас есть специально обученные люди, которые умеют это делать и как бы любят это делать. А если вы это делаете не как бы по распоряжению, Кого надо, то окажетесь в тюрьме. Вот. И благо, за тысячелетия своей истории человечество все-таки выработало способы регуляции вот этой вот агрессии. И мы все-таки, когда решаем какую-то проблему с соседями, ну, чаще всего мы не, не бежим туда с каменным топором, да, к этим соседям, которые сверлят стенку, например. Ну, вот, или там селедку жарят. А мы как-то вначале договариваемся да, эволюция все-таки создала у нас речь жестикуляцию, мимику богатейшую. Ну, вот. Ну а на более высоком уровне а, суды, законы, милицию, полицию, тюрьмы, там еще что-нибудь такое, штрафы всякие, да, там договороспособность, дипломатию. Ну, вот. Но ну, правда в ледниковый период, скорее всего, все это гикнется и что-то будет в стиле там, безумного Макса. А, но тогда вот так, да. Ну, ледниковый период, он такой, да, приходится и так решать. Ну, когда как бы вот сверлит и сверлит, сверлит и сверлит. Ну, вот, главное не быть при этом самим самому этим сверлящим. Вот. Ну, или сверло иметь большое, как вариант. Э, так что э, надо как-то уметь решать проблемы. Ну, а лучше, конечно, решать эти проблемы мирно, чему у нас тоже есть свидетельство, когда у нас есть, допустим, э, примеры дальних обменов, когда какой-нибудь там кремень да, или там обсидиан выменивался на огромные расстояния, когда какие-то экзотические там раковины притаскивались с больших расстояний, ну, те же там шкурки, ну, это этнографические, но тем не менее мы знаем, да, когда там за сотни километров тоже там выторговывались. И в совсем таком развитом варианте, это, например, какие-нибудь системы обмена типа кула, например, в Меланезии, ну, которые вплоть до 20 века существовали, когда группы меланезийцев и папуасов Обменивались друг с другом всякими ценными вещами, типа там раковина каури выменивались на какие-нибудь попугаи, попугаичьи перья, или там перья райских птиц, а те дальше выменивались на э, какие-нибудь горшки, а горшки выменивались на обсидиан, а обсидиан выменивался опять на раковины Каури. Вот, и это все кругом, там в несколько, там, чуть ли не тысяч километров, ну, сотен, по крайней мере. Э -э, причем по кругу обменивалось. То есть в, в итоге, как бы, с нулевым общем-то, выходом, да, и в основном такой барахой, там какие-нибудь кабани-клыки, да, то, что э -э, практического применения-то особо не имеет, зато можно потусоваться. Это зато повод, съездить к соседям, там, привезти им эти там горшки, клыки, перья, там еще что-то такое, да, там ракушки, э -э, пообщаться. Там, может быть жениться по пути между делом вот, э, ну, узнать новости там потрендить и установить миролюбивые отношения ну, вот. соответственно в последующем как бы когда вот эти соседи заявятся сказать о помнишь мы с тобой клыками обменивались вот, и уже не надо друг друга убивать. Вот. Ну, а если еще по пути действительно поженился, то тогда будут родственные связи. И, как известно из этнографии папуасов, когда два папуаса встречаются на горной тропе какой-нибудь, да, они садятся и очень миролюбиво, очень мирно, там, могут часами, там, два часа, например, разговаривать, выясняя, кто из них родственник как друг другу и цель – найти общую родню. Если находят общую родню, ну, с большой вероятностью, то они целуются, обнимаются, и у них все очень хорошо, там жмут друг другу руки, похлопают по плечу и с широкими улыбками расходятся. Но ну, правда, если общих родственников не находятся, то заканчивается вот примерно так, как сейчас здесь вот на картинке с всякими там проломленными черепами там и таким всяким. Вот. Но если родни как бы нету, да, общей, то ну, деваться-то? Как бы, и в принципе люди даже как бы не испытывают при этом, ну, папуасы, э, каких-то там отрицательных эмоций по отношению друг к другу, но если ты мне не родственник, ну, как бы, что делать? И тогда вот такой вот треснувший череп появляется. Вот, так что такое тоже бывает. Но это как бы, если не повезло. А если все хорошо, то хорошо. Вот. Ну и дальше, собственно, по-моему, это уже у меня, в общем-то, и конец, если я правильно сейчас вспомню. А, да, собственно, на этом у нас история заканчивается. И надеюсь, вдохновленные примерами наших предков, вы теперь без проблем выживете во времена ледникового периода. Ну, вот, спасибо за внимание. И теперь можно... Задавать вопросы. Так, где-то у меня есть. Да, вот есть картиночка. Так, здравствуйте. Подскажите, нет ли сайта с картинками реконструкции кроманьонцев, украшения одежды и быта? Я рисую иллюстрацию на эту тему был барат источников, кроме Гугла и Википедии. Есть такие сайты, и даже не один на самом деле. Но вот у меня здесь довольно много было картинок. Как раз с таких вот сайтов. К сожалению, я, конечно, на память эти адреса не помню. И даже ни в каких там избранных у меня это не сохранено. То есть я, когда такое чудо нахожу, я срочно выкачиваю все картинки оттуда, вот сколько у меня там дотягивается, как бы возможностей, э -э и как бы закрываю этот сайт. Ну, вот. Так что есть точно, но как бы не скажу. Э -э есть какой-то то ли чешский художник, то ли какой-то вот такой вот центральноевропейский. тут вот, было много довольно реконструкций который шикарная реконструкция рисует. И делает это именно такой научным способом. Ну, вот реконструкции сунгирцев, например, были его. И у него там есть оригиналы, как бы изображенные, да, почему он самых тоже рисует в красках. И реконструкция как это выглядит. Местами его, правда, заносит, а он там что-то чересчур как бы изображает. Но такое есть, да. Так что, ну, опять же, Гуглом это все можно найти. Википедия, конечно, ерунда. Здравствуйте, читаю книгу про глюциногены, и там есть момент, что, возможно, древние приматы или грибы. Л -л -л -л. Про это есть даже специальный пункт в закрепленном посте на моей странице во Вконтакте. Этот вопрос про глюциногены уже меня, если честно, поддостал. То есть он настолько глупый и настолько однообразно повторяется, и каждый человек так искренне его спрашивает и такое открытие делает. Я не знаю, что это за фантастическая книга про глюциногены, что ее все читают больше, чем нормальные источники. Но это чушь. Потому что человек, потребляющий глюциногены, уж тем более обезьяна, резко снижает свою приспособленность. И в ближайшие там, несколько часов будет кем-то убито или съедено практически гарантированно. Поэтому если кто-то травился чем-то таким, он просто помирал. Вот, не делайте так. Вот, так что это никакая не гипотеза, не теория, это просто чушь наркоманов, пытающихся оправдать свою наркоманскую бредятину. Ну, не делайте так. Станислав, глобальное оледенение циклично на нашей планете. Думаете, это чисто природный процесс? Ну, а какое еще, если эти оледенения, ну и потепление, равно, да, они тянулись там вот, сколько у нас планеты существует, столько это и происходило. И в декабре уже известны какие-то оледенения, да, и там в Палеозое, и в Мезозое. Ну, в Мезозое там с оледенениями как бы не очень, как бы там тепло было. Ну, вот. Но, но по крайней мере, там теплее и холоднее периодически было, потому что оледенений-то и не было, конечно, в Мезозое. вот, но тем не менее. А уж в Кайнозое, так и подавно, там вообще оледенение, на оледенении сидит, оледенением погоняет. Ну, еще там в оцене, ладно, там термический оптимум, ну вот, а дальше там вот такая вот чистокол просто. То есть это сильно задолго до человека. То есть, как клянутся климатологи, последнее потепление, насколько это зависит от человека. Ну, собственно, почему бы и нет, но с тем же успехом влияют извержения вулканов, изменения там, химии океана, солнечные циклы и там бог знает что еще. То есть там масса-масса всяких причин. Ну и человеческая деятельность это как бы один из примеров, как бы один из вариантов, далеко не самый мощный. Могут ли какие-то современные языки нести следы неандертальских языков или полностью происходить от них? Это крайне вряд ли, поскольку язык просто очень быстро меняется. И древнейшие реконструкции современных языков, они восходят ко времени, ну, в лучшем случае, там, неолиты какого-нибудь, да, там, 7 тысяч лет назад. Самые смелые, там, дотягивают до, там, 12, самые отмороженные лингвисты, там, до 20 пытаются, но в это уже никто не верит, кроме создателей таких реконструкций. Ну, то есть, а неандертальцы, это 30 тысяч лет назад самые такие распоследние. Поэтому шансов практически никаких. Ну, если посмотреть язык даже там 19 века, да, там даже Пушкина уже там без перевода местами непонятно. Ну вот, хотя что там, 200 лет прошло. А если это а, какой-нибудь там Владимир Мономах писал, да, или там какие-нибудь берестяные грамоты, то там вообще уже ничего не разберешь. Ну, там даже крутые лингвисты не всегда понимают, что вообще там написано. Ну, вот, а это такой самый, что есть русский язык, который вот самым непосредственным образом как бы перетек в современность. И там что там, тысячи лет прошла, да, это и меньше даже. Так что представь, что если за тысячу лет мы уже там до непонимания доходим, да, то за 30 тысяч лет, ну, совсем все печально. Так что как-то, наверное, неандертальские языки повлияли на наши, но пытаться найти их рудименты среди современных языков – это нереально. Так, дальше. Судя по древним фигуркам, женщины изображаются низкими, очень полными, с большой грудью, а мужчины как тощие, высокие. Это отражение реальной внешности или какие-то символические смыслы? Этого мы не знаем. Тем более, что, кстати, и женщины отражаются иногда именно тощие, длинные и вытянутые. Такие тоже есть. Ну, в той же там мальте такие имеются вполне себе в такие есть, там, и в Зарайские тоже такое есть. Ну, вот, Так что э -э, по-разному. И почему они так изображали, мы не знаем. Тем более, что эти изображальщики, да, это же были люди, живущие в разное время, в, разное, там, в разных местах, между собой никогда не общавшиеся. Ну, то есть э -э, как хотели, так изображали. Вот, то есть мы можем гадать, что это отражение некого идеала, который бы они хотели получить, да, что это отражение просто реальности там стеатопедии, там еще что-то такого, мы не знаем. К сожалению, по скелету телосложение не устанавливается никак. Ну, то есть форма тела в целом, там ширина плеч, да, ширина таза – это запросто, а вот количество там жироотложения, например, по скелету не видно никак. Нет такого способа у нас пока. Ну, может, найдут еще какой-нибудь, но ну, пока нет. Ну, так что не ясно. Есть ли реконструкторы, которые не наполеоновские войны моделируют, а каменный век? Неолит делали такое, да, как минимум а, палеолит ну так частично, как бы, да, но так, чтобы полностью от реконструкторы так делали, такого я, честно говоря, не знаю, ну потому что в наполеонских войнах там уже всякие мундиры, там шашки, да, там какие-то эти винтовки со штыками, это как бы прикольно, ну это некий антураж, в котором можно побряцать, а в каменном веке там все довольно как бы уныло, больше чести то, ну вот. То есть можно, конечно, сделать там шкуру из зубов, но добыть э, какие-нибудь там пуговицы латунные или там сделать самому их, да, гораздо проще, чем медвежью шкуру, например, или, там бобровые какие-нибудь там эти, не знаю, там ноговицы или э, какой-нибудь там ожерелье из зубов песца. Где вы возьмете там 50 зубов песца, например, да, или клыков благородных оленей? Э, но это как бы реально тупо труднее, дороже и сложнее. То есть, ну, если вы где-нибудь там охотник в Сибири, может быть, у вас, конечно, этого навалом в сарае. Но тогда вы не реконструктор, а практик. А, реконструкторам это будет сложно. Ну, и некоторые делают, да. Вот. Ну, допустим, в Нижнем Новгороде есть такой Сергей Белый. Ну, не то, что он какой-то реконструктор прямо, да. Он как бы художник. И вот творец, он такого много сделал. Как бы у него там целый музей такого добра. И одежду он делал, и там всякие сети, и все такое. Ну, вот, наверное, он пример. Станислав Владимирович, здравствуйте. Скажите, были ли какие-либо эстетические представления о теле у древних людей? И старались ли они как-то поддерживать культуру тела? Э, ну, судя по тому, что какие-то вот такие вещи есть у самых разных людей на планете. Э, там и в Австралии, и у папуасов, да, и у кого угодно. Там и раскраска тела, шрамирование, татуировка, там подпиливание зубов? вставления там всякой фигни там в губы, в носы, в уши, там еще куда-нибудь, то и у древних тоже, наверное, было. Иногда это мы видим на изображениях этих древних людей, или там на скальных, или каких-нибудь на костях там нацарапанные, да, или фигурки. Ну, те же дольник там фигурка, даже она у меня была там где-то на слайде. Там есть такие насечки как бы на этой фигурке. Скорее всего, это скарификация. А на черепах мужиков, из тех же дольник есть шрамы на макушке. Причем у всех мужиков старше 16 лет два одинаковых шрама на макушке. Это скарификация, скорее всего, когда делались надрезы на голове, втиралась туда, когда то дрянь, и там такие шрамы получались выпуклые, красивые. Ну, сейчас в Африке такие делают местами. Э -э, так что да, делали, украшали себя. Э -э, в Северной Африке там регулярно зубы передние выбивали, например. Они и сейчас так делают иногда. Ну, в северной уже нет, там ислам, а в Восточной, да. То есть это традиция, которая ну, как минимум 15 тысяч лет как бы, продлилась. Ну, насчет как бы, культуры тела, ну, ну, наверное, так. А если там какая-то медицинская да, культура тела, там, гигиена, этого, конечно, не было никогда практически. Где могли проживать люди в ледниковый период на территории СНГ? Ну, они не могли, они проживали ну, по всем югам повсеместно, то есть вот все эти республики, братские особенно, да, они все просто поголовно заселены были. Ну а вот территория нынешней России, с этим, конечно, сложнее, потому что мы самые северные, и в Беларуси тоже было туго, потому что там ледник лежал, ну или непосредственно, или рядом, по крайней мере, вот, ну там всякая вот там Карелия какая-нибудь, да, там вплоть до Твери, это, ну, включительно с Тверью, это вот лежал тупо ледник, и там прожить в принципе нельзя. Но есть палеолит, допустим, на Полярном Урале, это вот самой северной точки, да, там во Владимире тоже Сунгирь, в Зарайске, Московская область, там в Брянске, какой-нибудь Хотылево и Бетово. Причем там и неандертальцы, и сапиенсы потом жили. Ну вот, ну вот недавно и в Белоруссии нашли. Так что это вот самые крайние точки. Ну а южнее, южнее везде. И на восток вся Сибирь, в общем-то, была, ну кроме крайнего севера, заселена. Да даже и север был заселен. На Таймыре есть 45 тысяч лет назад собачьей корге там убиенный э, так что, ну и там со следами обработки костей, так что там на Янской, да, ну стоянка Янская, это в Якутии, там за берег северного Ледовитого океана, тоже как бы в плане себе. Э, и жили везде, где только, вот где можно было жить, там и жили, ну где вот тупо ледник не лежал, вот в высокогорье, там в пустыне, где угодно. Как был устроен санитарный узел у древних людей с точки зрения организации безопасности, гигиены? безопасности гигиены у них этих понятий не было ну, вот буквально только что э, я писал ну и пишу, собственно, и сейчас в, то, в данный момент на да, очередную там байку из грота например про э, горы Бале э, в Эфиопии и там пещера, э, там название какое-то хитрое, ну, сейчас так на память не скажу, но не суть. И, соответственно э, там в этой пещере стало быть слои нижние просто заваленные капролитами. Вот я смотрю Финчехабера название, и вот в этой Финчехабера, ну где-то там 30-40 тысяч лет назад, ну скорее там ближе к 30, просто все завалено со страшной силой капролитами. Это прямо вот в пещере, где они жили, то есть там же кости животных. Костров и капролиты толстым слоем. Ну, вот э, в этой Франции, по-моему, или в Бельгии, во Франции, по-моему, там есть капролиты неандертальские прямо в костре. Э, вот, то есть нигде не будете а в костре прямо. Ну вот, тоже так можно. Вот, зачем, почему, как они это делали, чисто технически это вопрос. но ну, вот, но такой спорт как бы. Ну, вот, потому что если на улице ледниковый период, то где живете, там и тудым сюдым. Изготавливали древние люди какие-то растительные наркотики, табак или алкоголь? на ну, господи, что всем так не имется это с этим табаком? А, про алкоголь мы, честно говоря, ничего не знаем, вплоть до неолита. То есть в неолите, там, да, когда керамика появляется, там уже, да, есть, но это уже производящее хозяйство. Про растительные наркотики, честно говоря, тоже ничего толком не знаем. То есть яды им были известны где-то 40 тысяч лет назад и раньше, даже 60, скорее всего, это факт. Ну, вот я пример там показывал, да, из Бордеркаева или из Бомбаса, ну, неважно, короче, из Южной Африки. Э -э но насколько они там ширялись сами, как бы, это вопрос. Э -э ну, судя по тому, что какие-то варианты известны так или иначе всем, да, это, гений, мухоморы там и прочее-то растет где угодно, ну, наверное, знали. Но не особо это применяли, честно говоря, потому что как только охотник начинает это юзать, он быстро кончается. Ну, чему, опять же, примеров-то хватает, в общем-то, вполне себе. И либо это делается там по особым праздникам, ну, для особых целей чтобы там духов вызвать да, шаман там который долго тренируется там и так далее ну либо он просто быстро помирает вот. с табаком самое древнее свидетельство использования табака нам известное из микрочастиц на зубах э, и э, из находок трубок курительных э, в северной америке там даже плестоценовые времена там где-то 12 тысяч лет назад уже это было. Ну, вот, то есть, как минимум с этого времени, где-то с 12 тысяч лет назад, табак в Америке курили. Это да. Ну, скорее всего, еще там всякую дрянь потребляли. Ну, в Южной Америке уже. Э -э -э вот, как-то так. Более древних, неизвестно. Почему люди возникли именно в Африке? Так получилось, или же там такое сочетание природных обстоятельств было наиболее благоприятное. Ну, собственно, вот последнее, да. То есть, действительно, Африка, она практически идеальная, в том смысле, что там. С одной стороны, огромный диапазон всяких возможностей то есть много природных зон, да, есть там пустыни, горы, джунгли, там все что угодно. И с одной стороны, не слишком как бы быстро все менялось. Ну, потому что все-таки это экватор, да, и там климат более-менее стабильный. Вот, а с другой стороны, все-таки она большая и континентальная по центру. Поэтому там все-таки изменения тоже происходили, довольно основательные. Ну и, соответственно если есть э, не слишком быстрые, ну, чтобы не вымереть, да, но все-таки стабильные изменения, и при этом огромный диапазон возможностей, ну, там пойдет самый оптимальный вариант эволюции. А в других местах, где слишком быстрые изменения происходили, в Евразии, например, да, там вымирали. Если слишком стабильные условия на островах Юго-Восточной Азии, там стагнировало все, ну, там гибоны какие-нибудь там с этими тупоями до сих пор, собственно, и живут. Вот, и ничего там возникать особо не станет. Ну, вот Африка в этом смысле вот, чисто географически и по климату оказалась самой лучшей. Ну и в каком-то смысле по зонам. Спортсмены регулярно устанавливают рекорды. Не являются ли современные люди быстрее выше сильнее любых своих предков? Ну, в самых рекордных значениях, может быть, и являются действительно. То есть, если взять э, каких-то гипер там, современных спортсменов, да, олимпийских, может быть, они правда круче. Ну, тот же там Миклух Маклай, например, там, не будучи вообще ни разу спортсменом, писал, что он с удивлением обнаружил, что он бегает быстрее папуасов. Вот. Ну, и по факту, как бы, он выше ростом, да, сильнее физически просто и быстрее. Тот же там Лаперус, например, писал про индейцев, что там самый задрипанный там наш матрос на корабле, а это французский корабль, да, там какого-то там 18-го что ли века, ну, то есть это такие, как бы, они там явно были не в лучшей форме, эти матросики, там, тем более они уже там вокруг света проплыли. Он круче, выше, сильнее, там, чем самый крутой из местных индейцев. Это вот охотники. Но, с другой стороны, вот эти все охотники, они могут выглядеть довольно такими щупленькими, задрипанными, а с выносливостью и физической силой это у них все в порядке. То есть, чтобы натянуть какой-нибудь там южноамериканский рук, например, там надо такие усилия приложить, что просто ее Они это делают легко и непринужденно. Вот. А современный вот европеец, там, да, взрослый, он там не особо-то может его натянуть. Вот. Ну, там еще какой-нибудь бушменский рук там, или хадзовский, и, в принципе, его там не проблема. Ну, в принципе, даже я стрелял там разок. Вот. Но это как бы, потому что он там рук задрипанный такой сам по себе. Но если вы ловите, например, регулярно каких-нибудь антироп и таскаете их там за десятки километров, или там кенгурей каких-нибудь, да, в Австралии, то вы, может быть, выглядеть будете очень так задрипанно. Там щупленький такой, точненький какой-то мужичок, но при этом тащит вот эти десятки килограмм на десятки километров без проблем. Ну вот, и с выносливостью там обычно все в порядке. Ну, потому что отбор идет. Ну, вот. А есть еще такой замечательный пример, мне очень нравится, когда в советское время были устроен, такой, был устроен такой турпоход по следам Ермака. Ну, а Ермак это не то, что какой-то прям очень древний человек-то, да, ну, сколько там, условно, 500 лет прошло, и, ну, даже, в общем-то, меньше. И вот эти разрядники-спортсмены, шедшие по маршруту Ермака, причем на листе шедшие, в общем-то, да, то есть они с собой там пушки не тащили, и тат татар каких-то местных там не отстреливались непрерывно. Тем не менее, спортсмены отстали от графика Ермака. Ермак оказался быстрее ну, может, мотивация у него была лучше, да, но по факту он как бы ермак с армией, с обозом, там, с какими-то телегами, с пушками, да, все время там без конца воюя, прошел этот маршрут быстрее, чем люди с современным оборудованием, да, ну, только что не на машине, они, конечно, не ехали, а все тоже там пешком шли, но отстали. Так что большинство современных людей, конечно, уступает древним людям, но по той причине, что мы не тренируемся. Вот, и отбора у нас нет. То есть я бы, наверное, на роль охотника там, первобытного не годился бы никак. Вот. А если приспичит и отбор пройдет там, в пару поколений, то снова все бы станем бодренькими. Много исследований находок во Франции Чехии, в целом в Центральной Европе, Африка, конечно. Если что, то в Скандинавии, Норвегии, Швеции. Не найти информации даже на местных языках. Конечно, не найти, потому что там ледник тупо лежал. И где бы там люди-то жили, если там тупо лежал ледник 2, мет... 2 километра толщиной. Там есть, на самом деле, вот были моменты редкостные, когда там что-то оттаивало. Там в Мелькойе есть такая стоянка, например, там эти янтарные бусы очень красивые обнаружены. Еще что-то такое, там какие-то каменные орудия. Ну, по побережью, тут местами, где оттаивало, там кто-то приплывал и что-то такое делал. Но понятно, что нормальная такая вот археология и антропология там появляется только в лучшем случае с мезолита. Ну, вот, и то в мезолите они только так там совались и тут же старались убежать скорее оттуда. Ну, вот, а уже так полноценно они заселились сюда в неолите когда уже производящее хозяйство, когда уже там 3000 лет как растаял ледник, и тогда да, вот они там уже с козами, с коровами уже такими морозостойкими, да, там с каким-то ячменем, заселились. Поэтому, ну, чисто география, ну, можно в Антарктиде еще пытаться найти как вариант. Правда, существовали природные центры радиоактивности, выхода на поверхность, как в Габоне, это могло послужить катализатором развития разума. Такая версия выдвигалась в тот момент, когда были сделаны первые находки в Южной Африке, в 20-х годах 20 -го века. И тогда же, примерно там плюс-минус, да, плюс -минус, да открыта, было, было открыто явление радиоактивности. И когда обнаружилось, что радиация вызывает мутации, и в Южной Африке есть месторождение урана, и там же есть австралопитеки, вот, тут же, конечно же, у некоторых персонажей это сложилось в кучку, и получилось, что вот это мутанты-обезьяны, которые потеряли шерсть, стали на две ноги и стали значит, австралопитеками. Но потом выяснилось, что в основном-то Эволюция шла не в Южной Африке. И впервые она шла вообще там на территории нынешней Сахары, Восточной Африки, да? То есть, ну, и не в Габоне, тоже, опять же, где нет никакой естественной радиоактивности, ну, потому что, во-первых, эти центры они очень локальные. Это все-таки не то, что там на гигантские какие-то территории, да, Габон, его на карте надо найти еще уметь. Ну вот, а, ну и то, в Габоне это же не то, что весь Габон там фонит прямо, да, и светится из космоса, видно там на ночной стороне. А это какие-то конкретные там вот выходы есть локальные. Ну и в Южной Африке то же самое, и, как правило, то в Южной Африке тоже там хило глубине, там приходится шахты копать вообще-то, чтобы это все найти. Так что нет. И если даже такой вот есть где-то выход на поверхность, да, и прям реально фонит то просто там все помрут, скорее всего. Там вероятность того, что это будет полезно, она очень мала. Эволюция всегда шла и так, в общем-то, миллионы лет без всяких там радиоактивных выходов. Какой словарный запас был у людей 50 тысяч лет назад? Никто этого не знает. Скорее всего, богатый, скорее всего такой же, как у нас, потому что современные языки ну, у нас нет реконструкции вот этого там про языка 50 тысячелетнего, да, но так или иначе они восходят именно туда, по-любому. Э -э, потому что это время, когда люди как раз вот активно расселялись по всем странам планеты. И в Австралию, да, и в Америку, и там куда угодно. Ну, в Америку там попозже, может, но в Евразию, там в разные части. И у самых разных народов современного, вот, э -э, современного мироздания словарный запас очень богат бывает. Ну, не всегда он там зафиксирован, но обычно народ придумывает, про что он сочиняет слов. Даже если там нет каких-то там высоких технологий и так далее, да, можно придумать слова там для, допустим, разных видов цветущих деревьев, ну, там, вишня, сакура, там еще что-нибудь такое, да. Ну, как в русском есть, допустим, там корова, теленок, бык, там, еще что-нибудь такое. Ну, для разных состояний, там, коровы, да, как бы куча разных названий, там, Вол. А также у некоторых народов есть, допустим, для разных состояний дерева. У нас просто какие-нибудь яблони и яблоня, да, а у кого-то там цветущие яблоня это одно название, там не цветущие яблони это другое название, ну, только там не яблоня, а какой-нибудь там манго, допустим. Вот. Или для разных типов походки, там, когда есть чудесные, там, когда просто идти, идти быстро, идти в припрыжку, идти весело насвистывая, да, это там разнокоренные слова вообще в каком-то там африканском языке там чудесный пример. Поэтому я думаю, что со словарным запасом у людей 50 тысяч лет назад было все прекрасно. Вот не все лингвисты с этим согласны. Меня уже один лингвист, в частности, пинал ногами, как бы, когда я вот что-то подобное высказал, что типа по его мнению язык вообще появился 20 тысяч лет назад. Но насколько я понимаю, это все-таки среди лингвистов экзотическая точка зрения. Вот. А судя потому, что морфологические следы а владение речью есть уже у людей гидлеберских 450 тысяч лет назад. Потому что я думаю, к 50 тысячам лет назад у них с этим все было чудесно. Ну, тоже словарный запас там, у тех же, там, не знаю, бушменов, хадза, пигмеев, там австралийских аборигенов, каких-нибудь огнеземельцев, эскимосов. У них у всех с этим все чудесно, как бы все хорошо. Часто приходилось слышать, что первые земледельцы жили скучнее, трудились тяжелее, питались хуже, чем охотники собиратели. Действительно ли так было? Да, действительно, так и было. Ну, потому что на земледелие люди переходили не от хорошей жизни, а от очень плохой жизни, когда кончалась нормальная жратва и приходилось напрягаться. И да, маркеры стресса, там, свидетельства там, эпидемии, стертости зубов, напряжение мышц, да, там, стертости суставов какой-нибудь там, всякие возрастные нарушения, ну, когда вот там из-за проблем с вынашиванием, там, с витаминами. Ну, та же светлая кожа, да, у нас тоже не от добра возникла, потому что перестали рыбу есть с лениной. Пришлось побелеть, чтобы витамин Д вырабатывать. И, да, ну, вот, ну, другое дело, что работать надо земледельцам какой-то определенный момент, ну, когда там пашешь, сеешь, да, там, жнешь, а как бы полгода-то оно растет, -то, в общем, само, ну, там только этих ворон отгоняешь, там, с кабанами, ну, и соседи иногда еще... Но все равно в итоге это тяжелее получится. Зато, как бы народу много можно выкормить, можно отмахиваться. Каковы причины возникновения вечной мерзлоты? Какой версии придерживайтесь? У меня никакой версии нет. Я не глицолог вообще ни разу, и не геолог, и с вечной мерзлотой общался очень немного в своей жизни. Ну, с одной стороны, есть щиты, где она вроде как под ногами, но она где-то под ногами, и это не везде там очаговая она, да. Ну, Самое близкое это вот там напротив, когда строили дома, все время заколачивали сваи без конца. И там сидишь дома, а там дын-дын-дын, там этот копор, или как он называется, вколачивает сваю там на 20-метровую глубину, ну, чтобы когда вечная мерзлота вдруг поставит, чтобы там все не упало куда-нибудь. Ну и в Денисовой пещере я копал эту вечную мерзлоту, собственно, ковырял ее в какой-то момент. Но это вот как я с ней общался. А как она там возникает? Замерзла, видимо. Это надо геолога спрашивать. Станислав, когда, по вашему мнению, появилась первая обувь наших суровых предков? Кстати, прикольный вопрос, потому что, на удивление, все древние следы, вообще все древние следы, они все басы вплоть там до, опять же, там какой-нибудь неолита, даже и в неолите они все басы. А с другой стороны, у кроманьонцев, ну конкретно у сунгирцев, уже обувь точно была. Ну вот Сунгерия, там они были обутые, э, то есть как минимум 36 тысяч лет назад была 100 Я думаю, что у неандертальцев уже что-то должно было такое появляться, э, ну с большой вероятностью. Хотя э, есть способы узнать ходил ли человек босиком или не босиком по строению стопы. Э, есть такие хитрые способы. Но я этой методикой сам не владею, как бы, да. Но она тем не менее существует. Когда исследовали просто ноги людей, вечно ходивших в обуви, вечно ходивших босыми, что, кстати, сложно таких найти сейчас уже на планете. Вот, но можно. И оказалось, что там, да, есть разница. Там какие-то нюансы, прикрепления мышц, там, раз, разлапистости, там, да, раз, растопыренности пальцев, как бы. И вот все неандертальцы, от кого стопы сохранились, все босиком ходили. Ну, вот. А кроманьонцы некоторые вот уже в макасинах. Ну, вот. Но следы в пещерах или где-то там, да, они все босые поголовно. Так что вот 36 тысяч лет назад уже была стопудовая, как бы, ну, и вообще в ледниковый период без обуви, наверное, тяжело. Может быть у неандертальцев, но доказательств про неандертальцев нет. Станислав, есть ли теория, как рисовали древние наскальные картинки в темных пещерах, куда не проникал свет? Если следы закопчения, например, от фекалов отсутствуют. Ну, следы от фекалов присутствуют. И они всегда, более того, присутствуют, так или иначе. В этих пещерах там прямо здорово видно, что оно закопчено. И есть, вот я даже показывал, да, эти факелы, вросшие в этот пол, закапанные там всякими сталактитами, сталагмитами. И есть следы на стенах от не факелами, вот в пещере Шаве, например, где там мальчик шел и чиркал факел об стенку, ну, сбивал этот нагар, чтобы ярче горело. Вот есть вот эти лампы, которые я показывал. Так что, рисовали со светом, со светильниками, ну вот лампочки я показывал. А в темноте зачем рисовать? Какой смысл, если ничего не видно? Вот было, что кто-то и в темноте, наверное, сидел, да, но как бы... Обычно, если кто-то лез глубоко в пещеру, он жег огонь. У нас этих свидетельств огня в пещерах просто немерено. Так что предполагать, что если следы отсутствуют, ну что значит, если отсутствуют, ну тогда вот эта лампочка жировой, да, там никакого следы копчения не будет, там вот такой вот фитилечек, а свет дает вполне прилично. Средиземное море замерзало в последний раз в 1326 году. Я не знал, прикольно. Значит, замерзало и раньше, во времена еще больших похолоданий. Могли ли первые сапиенс перейти в Европу из Африки по льду? Ну, Средиземное море замерзало в 1300, я думаю, все-таки не до этого, как бы до конца. Да, не то, что там от Греции или там Италии до Египта какой нибудь или там Марокко, или там Алжира, Туниса. Что-то я сомневаюсь, что прямо оно вот так вот все, прям покрылось льдом, и по нему там можно в хоккей гонять было. Так что очень сомнительно все-таки побережье Африки, ну там снег какой-то там по праздникам может выпасть, да, там раз в сто лет. Ну и то в основном в горах каких-нибудь высоких достаточно. А чтобы прямо озеро, да, чтобы море так замерзло, причем так надолго замерзло, да, чтобы вам от Африки дойти до Европы, и что вы будете при этом жрать, ну это же как бы не день, не два там идти, там расстояние приличное на самом деле, ну чем вы там будете питаться? Не. Тем более фауна же есть на этих островах средиземноморских, и она везде там такая -то тропическая весьма, там бегемоты, слоны, ну, в общем, такие не северные, как бы, очень даже южные. Ну, вот, и они дожили там вплоть до современности практически, ну, там, до 4000 лет назад, как минимум. Так что иногда, наверное, да, замерзало где-то как-то по углам. Ну, раз вот, я не знаю, откуда эта цифра, там, 1326, но, ну, видимо, в каком-то источнике есть. Но это не все же оно замерзало. Ну и представляете, да, вот себя на месте этих ребят, которые в Африке ж -ж живут, ну там в Тунисе, например, да, или там в Египте, там в Ливии в какой-нибудь, сидят на берегу, там ловят рыбу, там каких-нибудь снежных баранов, там еще что-нибудь такое, да, там ну, кого-то можно ловить. Э -э и тут бац, значит, такая заморозок, и море, которое вот, всю жизнь у них было, значит, такое нормальное, до горизонта замерзает. И они прям тут же кинутся на лед, да, и побегут в Европу. Ну как вообще? Зачем? Все они, конечно, офигеют первым делом, ну убегут куда-то греться на юга. Ну что точно не на север они побегут, по льду, поэтому бесконечному зачем? Что нибудь там забыли? Но ну, это не эскимосы, которые умеют так делать. Эскимосы вы без проблем, они сели на санки и доехали там до Москвы. Ну, вот. Но там не было эскимосов. Я люблю молоко и часто его употребляю, в отличие от моих знакомых, которые его не переваривают в прямом смысле. Значит ли это, что я более прогрессивен по сравнению с людьми с непереносимостью? Ну, э, в биологии вообще понятие прогрессивности и примитивности – это такие очень относительные вещи. Э, ну, да, как бы вы прогрессивны, в том смысле, что у вас эта возможность есть, а у них нет. Но это не значит, что вы прогрессивны вообще в целом. Поэтому признаку конкретному, ну, можете считать себя так. Ну, потому что это, да, это плюс, это дополнительный кальций, калории, там еще что-то такое. Не знаю, витамины в молоке вообще есть. Но, как бы, хорошо, что вы умеете. Я тоже потребляю, ну, не то чтобы часто, но могу. Но мерить, как бы, там, опять же, вот этих высших, низших, как бы, это непродуктивно, мягко говоря, не делайте так. И хвалиться тем, что вам досталась классная генетическая вариация, ну, вам повезло. Да, ну, сколько там, примерно пол населения планеты, там, ну, я цифру сейчас не скажу, то есть, ну, порядок там такой, да, этим обладает. Ничего. Есть ли данные о находках останков первобытных людей или их стоянок, например, людьми античности средневековья? Если да, что они думали о находках? Как объясняли? Э, у нас таких данных внятных нету, честно говоря, но то, что находили, это сто процентов. Э, самое старое свидетельство, которое я лично знаю, это портрет э, некого там врача из Хильдина, я не помню, какого, честно говоря, года, ну, какой-то там то ли 16, или не, вряд ли 16 или 17 или 18 век, что-то такое. И там э, стоит, как бы, товарищ, и у него на столе череп. Ну, это такой стиль был. Э, там рисовать человека с черепом он символ вечности, что-то такого, но сам череп, такой конкретный неандертальский, то есть он такой образцово-показательный неандертальский череп. То есть вот где-то нашли, да, нарисовали даже на портрете. То есть художник, видимо, там, ему надо было череп, да, он где-то там в пещере нашли, и как бы у него там он лежал, то выкинули куда-то. Э -э ну, никак не объясняли. Череп, как бы находка. Другое дело, что интереснее эти, кстати, если орудия находили, это даже такое слово, там, громовые стрелы. То есть реально как бы известные кремневые там всякие наконечники и так далее особенно если они качественно сделаны видно что они прямо искусственные в качестве амулетов иногда даже дырочки всякие просверливали есть находки кремневых орудий например в жилищах средневековых на руси там какой нибудь 12 века там, или, там еще позже то есть явно они как бы не сами это делали да а где-то нашли вот там даже кстати в палеолите есть находки когда люди верхнего палеолита нашли ашельское орудие и его там переделали под свои какие-то нужды вот, то есть они как бы видели, что это, да, орудие, но мы такие не делаем, как бы, да, таким пользоваться вообще непонятно, нафига нам такое страшное нужно. Но переделать его под свою надобность вполне можно, да. Вот. А что они там думали, как бы к ним в голову не залезешь, как объясняли тоже, в общем-то. Но я думаю, удивлялись. Вот в 19-м, ну, еще в начале 19-го, да, в 18 веке иногда это объясняли, что это там игра природы. Вот. Были классные объяснения, что это само растет, как бы, на полях была такая даже классная концепция самородных горшков. Там были всякие культуры, ну, уже там неолитические, бронзовые, да, когда там захоронения кремированные в горшках. Вот. И когда уже там в средневековье находили, считали, что эти горшки сами растут на поле. Потому что вот сколько я поле не пошу там, да, уже сколько там, 20 лет, допустим, каждый раз, каждый год я нахожу эти дурацкие горшки. Плугом их там разбиваю, Раскидываю, там по всему полю а в следующем году еще раз нахожу. Ну, на самом деле это какой-то могильник, да, и вот он этим пугом там фигачит. Ну, а там плюс дожди, там 50-е, и периодически там новую могилку расфигачивает. Ну, да, самородные горшки, сами растут. Ну, это то, что зафиксировано из, как бы, источников. Неподалеку от нас нашли три мамонта в стоячем положении. Почему так? Ну, от кого нас, я не знаю, где нашли, но. Видимо, мамонты провалились куда-то и замерзли. Я просто не знаю, о чем конкретно речь, что за стоянка или там местонахождение. Но регулярно слоны либо вязли в какой-то грязи, ну, стопро... чаще всего какую-нибудь там яму проваливаются, да, заполненную грязью, э -э ну, там промоина какая-нибудь, еще что-нибудь такое, грязь заполняется, слон идет, проваливается туда, и вот он стоя как бы там остается. И с мамонтами, если это ледниковый период, там вот эти э -э ледниковые трещины, морзобойные, я их сам вот в Зарайске как бы тоже копал. Ну, там вот Сергей Лев, он сейчас копает в данный конкретный момент. Ну, сейчас ночью уже не копает, да, но завтра сучка бросится копать. И там э, трещина, когда земля остывает, скукоживается, да, замерзание как известно, все скукоживается. И земля рвется просто, получается щель. Потом она заполняется всякой дрянью, и получается такая темная полоса, допустим. Ну, или там свет, посмотри, что забилось. А если эта трещина большая, а если еще ее там водой размоет, да, там овражек такой получается, а потом туда водой намывает, ну, летом подтаивает мерзлота, и вот эта грязь жидкая, э, ну, такая холодная жидкая грязь, она это заполняет, а снаружи это не видно никак. То есть вы идете, ну, и как бы и земля, и земля, и мамон тоже идет наивный, простой, и туда фига как бы проваливается. Ну, вот, ну, и в лучшем случае его находят какие-нибудь карманьонцы, ну, или там волки иногда, там пещерные львы какие-нибудь. Ну, если карманьонцы, то это веселее и вот будут стоять. С кем в прошлом современный человек мог метисироваться, кроме неандертальцев и денисовцев? С неандертальцами и денисовцами точно метисировался, и еще вот метисировался с кем-то в Африке, и, вероятно, еще с кем-то в Юго-Восточной Азии или в Индонезии. С кем, мы не знаем, потому что у нас есть некоторое количество кандидатов как бы палеоантропологических, но у них нет внятных красивых названий общепринятых, и мы не можем доказать, что именно с ними, потому что у нас есть кости нестандартные. Допустим, в Африке это Ива и Леру, скелет очень странный. Вот. В Азии те же там люди из Гондонга, например, да, или хоббиты. Вот. И есть в современных людях генетика какая-то нестандартная, непонятная. Но вот как привязать эту генетику к этим костям, пока еще не ясно. Ну, из костей из некоторых там и не пытались добывать, да, из некоторых пытались, не получилось. Там в Южной Африке эти хомона леди, да, с ними могли вполне, почему нет. Но как бы могли, могли, а правда ли это происходило, ну а с кем это правда происходило, но с кем происходило, это мы пока не знаем. Пока мы точно знаем про медитацию с неандертальцами три раза, причем независимо, с денисовцами два раза, как, видимо, как видим, а между неандертальцами и денисовцами, видимо, в обе стороны, ну, по крайней мере, к денисовцам точно от неандертальцев, и к как минимум к алтайским неандертальцам от цапинцев приехала. Вот. Ну, скоро генетики откроют, что и к европейским неандертальцам от цепинцев приехала, потому что ну, по антропологии это просто видно, а генетики пока еще не в курсе. Но ну, потом откроют и будут хвалиться, какие они молодцы генетики. Когда появились первые совместные игры с участием каких-то предметов? Какая самая древняя игра, у которой явно есть правила, но ученые так и не смогли их понять или нет таких? Есть такие игры уже, по-моему, из бронзового века, а может быть еще из неолита с Ближнего Востока. Там такие как бы плитки каменные с разлинованные на поля и с какими-то значками. Ну вот. Это вот 100% самые древние игры, ну, которые вот достоверные игры, такие стопудовые. Я датировку не скажу. Я видел это в музее в музее Рокфеллера в Израиле. Он, кстати, бесплатный. Если кто в Израиле будет, сходите обязательно шикарнейший музей. Ну, вот. И недавно где-то кто-то мне какую-то ссылку присылал, что типа вот ученые открыли. Ну, Рокфеллер за это откопал. Ну, не он, вернее, лично, да, но какая-то экспедиция откопалась, чтобы Бог знает когда. Ну, недавно нашли подобные тоже в Израиле, по-моему. Ну, вот. А может быть, подобные штуки э, были и в палеолите. Ну, в костенках, например, и в пшедмости там есть статуэточки такие маленькие, как прямо шахматные фигурки. Ну, прям реально похожи на шахматные фигурки. И по размеру, и по форме, как бы, да. Но это время 20-30 тысяч лет назад. Э -э 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 ну, скорее, ближе к 30. И зачем их делали, непонятно. Может, это амулетики просто, да? А может быть, тоже элемент игры. Разного рода такие игры были у самых разных людей. В частности, очень много подобных игр было у североамериканских индейцев. И даже, кстати, если вдруг вы будете в Кунсткамере, в Питере, там есть целый стенд про игры североамериканских индейцев. Шикарный совершенно. Очень классный. Так что сходите, посмотрите обязательно в порядке, ну кто в Питере или рядом. И учитывая, что индейцы попали в Америку, ну, там, в самом таком оптимальном варианте где-то 14 тысяч лет назад, а может быть и до 30, как вот недавно там цифры появляются, то, наверное, тогда уже эти игры были и у других людей тоже. Ну, они, конечно, могли уже изобрести все это дело и в самой Америке, понятное дело, да. Могло и потом там с кем-то восами туда прикочевать. Но, в принципе, что-то подобное есть у разных людей. У эскимосов есть чудесный вариант такого футбола, когда делается шар там, 2 метра диаметром и гоняется по территории там, в 50 километров. Ну, или там что-то близко к тому. Ну, может, не 50, это я загнул, наверное, но там в несколько километров, по крайней мере, такое поле футбольное. Вот там надо закатить куда-то этот шар. Ну и всякие разные. Вот. Еще есть, да, кстати, тоже хороший пример. В этой пещере, господи, Фонтане во Франции там есть следы детишек, которые, видимо, играли мячиком и кидали мячик, и там следы такого круглого предмета и следы этих детишек, которые вот прыгали взад-вперед. Ну, вот, правда, есть мнение, что это следы не мячика, а колен. Вот, но как-то, если колен, там, по идее, рядом должны быть и стопы, а там местами как бы нету, так прям стоп. Ну, в общем, не факт. Но вот, наверное, все-таки это игра с мячиком. По крайней мере, такая хорошая интерпретация есть. А уж какие на правила? Правила ⁇ это такая вещь, как бы легко избрестит. Здравствуйте. Насколько наша культурная научная эволюция опережает физическую? В случае наступления ледникового периода люди опережают, до какого уровня? Ну, как не опережает, потому что наша культурная эволюция, она все равно привязана к физике. У нас мозг, он имеет ограничения врожденные. Мы не можем подумать больше, чем мы можем подумать. Они, конечно, у нас дофига огромные, эти возможности. Более того, у нас есть теперь всякие железяки, там компьютеры и прочее, да, которые нам помогают. Но все равно в итоге-то осознаем мы, все-таки, а пока еще они железяки, и поэтому наша культурная, она соответствует нашей физической. Вот. Но при более-менее неизменной физической, культурная движется вперед. То есть, у нас есть некий. Диапазон возможностей, и мы его все продолжаем, как бы использовать в какие-то там вот особые стороны. А, а в случае наступления ледникового периода, скорее всего, мы реализуем другую сторону того же самого диапазона. То есть сейчас люди там умеют, я не знаю, в смартфоны тыкать, да, но забыли, как разжигать огонь палочками, ну в большинстве своем. Вот, а потом, наоборот, забудут про смартфоны и будут тыкать палочками. А, и одичают. Но это что значит одичание? Это переход на другой способ общения с окружающей действительностью, более оптимальный в новых условиях, то есть, если в условиях ледникового периода оптимально разжигать огонь палочками, бегать с копьем, да, и охотиться ну, на крыс на каких-нибудь морозоустойчивых, шерстистых, саблезубых, большероги, гигантских, то э, тогда это не одичание, это вариант развития, как бы. Ну, вот, одичание это когда вот деградация, уменьшение там, разнообразия орудий, творчества, языка и вымирание в итоге. Ну, не исключено, что и так будет. Запросто. Всеядность человека как фактор его эволюции. Что можно сказать про других всеядных? Медведь, например, тоже вынужденная адаптация. Ну, у нас все адаптация. И мы всеядные. Мы более всеядные, чем медведи, надо сказать. Ну, медведь, правда, с большим удовольствием есть всякую падаль. Ну, такую конкретную прям тухлятину. И, наверное, как-то более к этому устойчив. Но, как бы, человек в некоторых моментах может удивить. Вот. Ну, медведь, собаки, всякие там шакалы, койоты, гиены, да, и люди. Вот это, наверное, идеально всеядное животное, которое действительно, да, там, росомаха какая-нибудь, да. Ну, вот реально все жрут. И, да, тем более медведи, да, если это северные маломальские медведи, они живут в условиях, где жертвой вообще довольно плохо. И не все сезоны она вообще есть, как бы. Ну, не просто так медведи в спечку впадают, а когда еще и тело большое, масса тела большая, надо накормиться, как бы, напитаться, ну, приходится что-то изобретать. Люди изобрели всякие там схроны какие-нибудь, да, там эти ледники, засолку, копчение, вяление, там, все такое прочее. А медведи спячку. Вот. Ну, поэтому они медведи, а мы люди. Является ли технический научный прогресс частью эволюции человека? Возможно, мы уже не гомо сапиенс, а гомо техникус. Э -э ну, как бы да, но с такой поправкой, что э -э далеко не все люди на планете такие уж прямо техникус. То есть понятно, что все люди на планете так или иначе используют орудия труда, да, и так или иначе от них зависят и без орудия труда там никакой самый дикий абориген там не живет. Вот. Но можно обойтись реально минимумом. В некоторых ситуациях люди умудряются обходиться вот просто там практически ничем. И мы, конечно, уже такие сильно цивилизованные, но возможность у нас есть. Вот. Так что, да, является, конечно, и мы гомотехникусы в каком-то смысле, но у нас есть еще возможность вернуться быть ее предков, снова вернуться, залезть на деревья, питаться свежими фруктами. Вот. Не знаю, насколько мне сейчас видно, не видно. Вот. Но вот я показываю фрукт в экран. И как бы жить припевающим. Вот. так что всем желаю скорейшей эволюции, возвращения к истокам и прекрасной, счастливой жизни в в грядущем ледниковом периоде. Спасибо за внимание. Наверное, до свидания.